Все сеттинг, все разрешить, наверное. Так. Ага. Как ты спишься на карте? Что? И туда звук идет? Бля, да. Давайте, я хочу выключить звук отсюда. Откуда? Из игры. Вы слышите меня? Курю чё-то output. Нет, не то. Push to talk. Он. Да, включи push to talk. А где вы нашли это? Аудио. На аудио. Негр. Негр. Угу. Слушай, чё ты такой? Какая кнопка на push to talk? Push to talk называется полностью. Ты чё, блядь? Какой кнопки на push to talk нет. Ты чё такой толстый? Правила. Давайте почитаем правила. Pirate code. This calls to us all. This unites as one coming. Блин, я не хочу это более читать. Подожди, сейчас я вам скажу, что запустится, я вам скажу. All complete. Нет, не уважаю все вот это вот. Это Миша, и он любит играть на своем баттере. Ну где ты его взял? QF. QF? Давай. Не, ну тебе надо другой инструмент взять. Барабан берите, давайте. Та-та-ра-та. Это не барабан. Хотя бы чипы не было. Ты же на баса, блядь, собрались. Миш, тоже включи стриминг, чтобы меня было видно. Я тут жопу просто. Я вспомнил. Это мне звонит чувак с забанного номера, который меня навыебывался. Я к нему не поехал на замерку, поэтому. Позвонила его жена, заказала матрас, и он. И его отметила как второполучателя. Сейчас он пытался сегодня позвонить мне. Два раза не смог позвонить, написал ок. Что я завтра позвоню его жене, скажу, что он навыебывался на меня, я не хотел бы с ним сотрудничать. Я отменю заказ. Я такой же матрас, как все, да. Ну, он, правда, на 50 тысяч, но. Все равно не хотел бы. Ну пойдемте, давайте, у нас корабль, наверное, где-то ждет. Я пытаюсь понять систему. Так нам четвертый же нужен. У нас пока трое здесь все силы, что ли, максимум. Да? А потом, когда больше можно. Нам проплатить? Это что пекло. До четверых надо брать галеон. Да, 18 тысяч рублей доплатишь. Чтоб стать капитаном галеона. Капитан галеона 18к, не шутка. Я выбрал бригантину. Я выбрал бригантину, и там было написано 3 из 3 максимум. И я думал, в 3 будем играть, но сейчас 4 подъедет. Негр. Ты сейчас пошутил насчет. Пошутил, я пошутил. Ты, блядь, с их микротранзакциями и с отношением 1:1 я почти поверил. Да, надо было сразу подумать о том, что это какая-то хуевая экономика. А как третье лицо можно включать, да? А мы куда плывем-то? Мы решили куда плывем, надо квест взять, наверное, какой-нибудь, да? Да, давай возьмем квест. Да мы как дебилы сейчас плывем, я вон и Васик уже въебал. Я тебе промотал играю. Блин, игра. Я нахвался, блядь, и кручу шарманку, блядь. Вы видите, что я под воду играю? Бля, это топ. Уже своих денег стоит. Ой, я не помню, есть можно прыгнуть обратно на пирс. Рано и уже не очень-то хочется, да? Здесь нормально. Да как я стадион. Так там же можно сразу галеон выбрать, нет, на 4? Галеон, блять. Да? Пойдемте. Да. Четвером. А вот сможешь подконнектить? А, вот здесь квесты выдают. Так, я запускаю это говно. Дать вам квесты выдают? Так, дайте-ка по-быстрому пройду обучение и присоединюсь к нам. По-быстрому. Угу, Шурик. Эти эмоции как-то поделал. О, можно рыбу ловить. Hold and release.
Погоди, погоди. Ну-ка. А, там еще на правую кнопку можно поднимать, слушай. О, вы еще рыгает жрабас, охуенно. Вообще, у меня кончилось пойло. Налей пойло мне, шмара. О! Ребята, дьявол, сокровище, могу сказать, что она с тобой. Она мне умерла. Я думаю, нам надо на пик дьявола. Шарманку, слушай. Ебать, меня разнесло. Не, тоже. Подожди, я сам по себе еще хочу. Слышишь, ты слышишь, что бухая музыка играет? Доставай свой шарм, доставай, блядь, эту укулеле. Бля, 10 из 10 игра уже, слушай. Два жарабаса дожрались, что даже не уплыл. Бля, я упал просто. Я блюю, играю. Я блюю, играю. Я блюю, играю. Что, все как выглядело, я не отвечаю. О, у меня экран, вливать на твоей. Пойдем на так смотрю. Бля, я не поднимусь, я не поднимусь. Я две бутылки. Бля, нахуй я сюда поднялся? Сратая музыка такая. Че, отличная песня. А, Pirate Chat еще есть отличный. О, Wheel of Emoticons еще есть, слушай. На Z эмоции, по-моему. А садиться нельзя. Ебать, я живу. Дакс спиздил корабль. Вернись к нам, вернись к нам, мы запрыгнули. Да ему по кайфу, блядь. Свернись к нам, пожалуйста. Он еще хуярит нас с торпедами, блядь. У нас еще есть битва, я думаю. Я думаю, подходит к нашему кораблю. А мы поиграем музыку еще. Десять из десяти. Господи, 10 из 10. Подожди, а что это там такое? Что это такое? Смотри, сигналка. Наверное, надо туда сплавать. Давай, сплаваем, тут недалеко. Да-да-да-да. Куда он делся? Главное, забыть не стоит. Так, свернись к нам. Стой, ты врежешься. Тормози. Им похуй. Как видите, управлять? Корабль поврежден, блядь. Ёб твою мать. Декс. Нет, блядь, какие мы уроды просто. Тут реально топит, давай я чинить. Бля, тут смотри, тут это. Хуёво. Где доски? О, взял. Сейчас починим. Дакс, больше не резайся. У нас 1 галлеон. И что у нас вообще, блядь? Ну потом 18 тысяч потом платить. Это пиздец, блядь. Я даже ник могу поменять. Нет, я тут на руле. Но можем зарабатывать этими песнями, блядь, на берегу. Вот это все, что мы можем. Да? Я без шарманки себя своей плохо ощущаю.
Как всплывать что-то? Куда нам плыть-то, блядь? Просто? На какую кнопку всплывать? Где мы всплывать? Да. Вверх плыви. Я, пожалуй, этот поставлю. Лекарь. Не могу тебя ебать? Может, не помочь? Я помогаю. Ну все, мы якорь поставили, хорошо. Мы теперь не уплывем отсюда. Так он был поставлен, нет? Вы убрали его, наоборот. Да? Да. Тогда поплывем отсюда, что я, блядь, могу сказать. Ну, похуй, тогда нахуй нам квест нужен, мы ебанутые, вперед! Я не вижу нихуя за пару сон, если что, да, так что... Да, я не успеваю. Теперь вы давайте. Уберите парус, слышите? Уберите парус. Это дебил за бортом. Я буду командовать, я сейчас наверх залезу и буду говорить. Какой говорить, блядь? Как мне остановить эту команду? На ману плывем, блядь, на ману. Сейчас, погодите. Какая шарманка? Какая шарманка? У нас так с братом, алё. Мне написано, поговорите с русалкой. Поговори с русалкой, как раз под водой. А где её найти? Ебу, что ли, блядь? Я что, знаю русалки, где живут? По-твоему. А, вот она. Спусти паруса, Вова. Сейчас, Вова. Я сейчас спущусь сверху тогда. Я к вам сейчас телепортируюсь. Ты можешь? Видимо, да. Как? Ну-ка. Может быть, это за 1000 рублей? За 1000 рублей? Пацанам с пивасиком. Всё, пивасиком, да, блядь. Пришёл код подтверждения Альфа-банк. Найс. Куда мы плывём? Задание, подожди. Задание, путешествие. У вас нет путешествий. Voyage Type Selector Empty Tall Tales. Окей, я понял. Ты там где-то на дырку задел, по-моему, нет? Я уже сделал. Нет, у нас вода появилась. Ты любишь. Давай. Слушай, давай куда-нибудь уплывем. Открой парус, и мы поплывем куда-нибудь. Открыл. И смотрите, куда плыть, потому что я нихуя не вижу. Я сейчас залезу обратно. Наверх. Залезь и говори мне по компасу. Прям английский говори, потому что я нихуя. Сейчас поплывем. Да я буду музыку играть. Какую музыку, блядь? Парус снимай, когда надо тормозить. Да, блядь. Плывем на восток, нахуй. Сток это ист. Парус только готов. Так, готовься парус снимать, если что. Зачем? Чтобы впереди, не въебали. Впереди острова. Я буду звонить, и значит все очень плохо. Мне сверху звонок еще. Слушай, погода какая-то хуёвенькая. Я не профессионал. Меня ещё смотрит ещё? О, меня Анон смотрит. А тебя никто не смотрит, а меня смотрит Анон. Энон. Так, блядь, на северо-запад немного поверни печку. Мы сейчас ебёмся. О, смотри, работает. Мы не умираем. Отлично, держи курс на северо-запад. Не северо-восток, наоборот, и мы плывем к какому-то острову, и будем его ресерчить, я думаю. Мы ебанутые, нам похуй вообще. И справа замок какой-то, смотрите. Да, справа будет замок, а мы... Ну, видишь, еще прямо остров ближе. Ну да. Давай туда. Тревожная музыка. Мы ебанутые, нам туда. Ты мне мешаешь, свинья. Слезь с моего лица. Возможно приседать? Да, давай, приседай. Приседай, ублюдок. А? Sunken Group. The Sunken Group и плохая грустная иконка. Так, да. Пора паруса снимать. Какие-то оставишь? Да давай, о, смотри, там огонек есть. На северо-восток. Идем, я вижу. На полном ходу. На юг есть огонек. Я парус поднял. Якорь бросаю. Да, давайте якорь. Вова, он автоматически. Откуда доебли, да? В смысле? Он опустился? Да, он просто кнопку нажать. Шлюпка есть, нет? Что? А? Шлюпка есть у нас тут? Нет, это есть шлюпка. Грапун. Хочешь, я грапуном хуйнул, Дакс? Ну, тут просто еще шлюпки есть. Дакс, не двигайся. Серьезно? Слышишь, Вовка?
Вов. Видим Вова. Вовка. Я гарпуном притянул Дакса из моря. Удобно, кстати. Это хороший механик, на самом деле. Да. Ну, поплыли. Мы не утонем, мы же рабас. Да, кстати, очень срочно. Я могу вечно под водой плавать. А я что-то вас не вижу. Ну где? У меня только музыка играет. Подводный? Да. Жопа. Прям по дну выйдем на берег. Мы пришли с миром. Музыка не прекращайте только. О, Reload написано. Женя, это все? Pick up ammo crate. Я могу патроны вам дать. Где? Смотри, тут есть бочки пусто. А этой бочки? Что с ним? Две доски, дождевые черви, личинки и бомбец. А, все, отлично. Я режу. Как его, как его кидать теперь? Я могу бомбец скинуть. Так. Ты бомбец взял? На какую кнопку скинуть? Тут в инвентаре есть еще есть это, вот эта штука. Так, я забрал здесь все, здесь черви все, короче. О, смотри, ящик боеприпасов. Смотри. Смотри. Ловко. Да, я взял уже оттуда. Как его, блядь, скинуть-то? Да тащи его с собой, пошли. Подожди, там змея, смотри. Фу, блядь. Ты ее лопатой хочешь заребашить? Да, меня накусило. Я умираю. Ну, умирай, долбоёб. Пикап снайк. Ты, блядь, пикапер, что ли? О, я рыбу... это... Я её съел и вылечился. Окей. Что звуки? Это зомбари идут, наверное. Да. О. Ой, блядь, извините. Я умер, хочется. Скушай бананчик. У меня нету. Как мне это скинуть? Как оружие выбирать? У меня только лопата есть. Кью нажми. Кью. Да. А, один нажми. Миш, смотри срочно, смотри на меня срочно. У меня есть важная информация. Важная информация для тебя. Да, да. И смотри, смотри. В смысле, блядь? Отъебись от меня, тупой. Чё ты хочешь? Куда мы идем, смотри. Какой смотри, блядь, ебись. Почему на правую кнопку такая ужасная чувствительность? Ос. Вы лутаете? А пушка называется Blunderbuss, вот это, да? Наверное. У меня просто пистолет, да. На двоечку. Два слота для оружия, это сабля. О, смотри, свинья. Тут свиньи. Нет, не убивай ее, на их надо пиздить. Как её? Нам нужна клетка, чтобы ее украсть. Блять. О, порк. Порк. О, я убил свинью, ее жру. Ой, маленький поросеночек, я тебя тоже сожру. Я сделал костер. Фонарь есть у кого-нибудь? Фонарь есть? Ой, я блеванул от этой. Алло. А, ее надо пожарить, хорошо. Здесь есть это. Я могу развести огонь, но тут костер нужен. Давай, разведи огонь, потому что я тут блеванул от того, что сырое мясо съел. Ой, я опять блю. На. Банан? На, банана. Нахуй мне твой банана? Я не хочу твою свинью. Нахуй мне свинью отдал. My minion. Ты мне отдал свинью, блядь, ебанутый. Надо фонарь. Фонарь у тебя в инвентаре, блядь, лежит. Ёпта. Какой? Ну давай, делай костер и свининку шарь. Пожалуйста, блядь. А как держать ручку двумя руками? А, я нашел, кажется. Или нет? Как-то неуверенно за нее держится, то одно, то другое придерживает. Я жарю, вот жарим хрюшку, смотри. Куда я плыву-то, господи, боже мой. Так,
Так, ну чё, я сваливаю с этого, с острова невезения. Да, надо на галеон перекостить. О, нихуя тут внизу. Вам её не дожарил. Это medium rare свинина, не ешь её. Будешь как от червяками. На самом деле нет, довольно вкусная medium прожарка. Да, свинина. Я обливал костёр. Я крипель уже нашёл. Он на неё просто ладошки держу, крипель, блять. Нашел пещеру. А, я понял, зачем золотистая дырка. Золотистая дырка? Да, я обливал костер. Сорян. Слышь, алло, я нашел пещеру. Давай. Тут свиньи. Не нравится, что штурвал не надо ничем закреплять, он сам просто стоит. Похоже, дневник. Ему норм. Съем мясо змеи. Привет, рыбка. Погоди, что если я попробую поймать все-таки? Может, ты плохо ловил? Так, тут есть какой-то личный дневник, но в нем ничего полезного нет. А как чувствительность нормально сделать? Вы поняли? Я не знаю, о чем. На мышке. Очень криво. Типа. Пожалуй, не надо было делать обрезание. Я не знаю, как тебе помочь. Крикливый обзор и aim downsight вот этот. Пошел. Черт, нет. Только не столкновение, пожалуйста. Что происходит, куда я... А свинку можно поймать? Нам, походу, надо было поиск пути. Ну, сейчас мы стартанем, и можно что-то сделать особенное. Че тут внизу? О, я все спиздил из баррелей. Я тоже, у меня там куча есть этих. А, погоди. Не, вода здесь, конечно, красивая. Шейдеров они нормально не башили. А так в целом. Кто блюет там? Так, а что этот корабль можно было из пушки не убивать или что? Не. Нет места. Тупая сука. Кажется, я нехерово проебался по маякам. Или нет? Блин, да вода классная. Вот я теперь вижу, что скачал. Охуенно. Ух, люблю этот соленый свежий воздух. Бас бустед. Что? А у вас как вы настроили чувствительность мышки, нет? Вам да нет, все? Нет. Похуй, меня все вроде, да вроде норм у меня было и так. Что никому перестарик, блядь, ну черт. Ну, ты когда целишься, видел, нормально. Смотри, а так очень времени. Быстро. Смотри, сколько времени. Смотри. Пиздец. Чё там? Ну, все, я за горизонтом. Ой, охуенно. Это хуёвый сокровище, остров хуёвый. Я короче, поплыл от вас нахуй. Через минуту я уплываю. Ты на корабле? Ну, я сейчас съебусь от вас. Что надо выходить, да? Что такое ящик для хранения? Нихуя. Там допа есть ящик для хранения распространения. Так, Илья. Дети смотрят. Какие дети? Ты один здесь. Ты один. Чтобы отправиться на поиски золотых берегов, воспользуйтесь логикой. Ты вытащил ящик?
Не успиздил тебе. Личинки забыл. Давай на корабль. Где корабль-то, блядь? Свинка, ты чё? На, личинок съешь. Фу, блядь, я их сам съел. Хотя нет, неплохо. Как вы вылезли из этой ямы? Там у господина надо попросить выход. Крикни Black Lives Matter. Ебать он дохуя в ящике. Пожалуй, его надо тащить. Я его туда и положил все специально. Сейчас я припаркуюсь рядом с тобой. А что, там можно было что-то найти интересное на острове или так, фигня? Нет. Ох, за это дневник был. Я просто видел, там фортпост вроде прикольный, но... Как ты симпортировался на корабль, Дакс? Я нашел эту. Ну там, типа, написано, телепортируйся к своим друзьям, а не телепортируйся на корабль. Выйти в море со всеми игроками. Найс. Не, я не хочу к своим друзьям. Чё мне делать? Все? Все? Да. Я схавался. I'm ready. Link Xbox аккаунт. Можно без этого? Нет. Выйти из игры, выход на рабочий стол. А, вот Link Xbox аккаунт. Так у меня он же прилинкован вроде как. Вот у меня Миша Пипяка 617. Вы уже связали учетную запись. Позволить друзьям присоединяться. В смысле, они должны быть... Корабль плывет на нас. Ой, блядь, там к нам какой-то ублюдок плывет, алё. Где? Там на нашем корабле плывет. Давайте вот пиздим на строе. А там маленькая баржа, блядь, для задротов. Подожди, я это онлайн игра? Да это игрок у нас. Что? Это игрок? Да, пойдемте ему пизды давать. Срочно, срочно. Я плыву. Сабелькой. А мы музыку будем включать? Нет, ты че, нам воевать надо, блядь, руки займи. Вместо хуя достань пистолет. Нет, я без музыки не могу. Не можешь, блядь, попросить там жижу, чтобы она тебе пела, пока ты ездишься. Сейчас давайте, сейчас под воду надо будет заходить. Заплывем и дадим ему пизды. Вырубай музыку, ты нас спалишь. Давай к нему на корабль заплывем по беспалеву. По-моему, он съебывает от нас, нет? А, нет. Так, и как тут только начать игру получается у меня есть и все. Сейчас мы тут разъебем ложка. Охуенно. Я слева забираюсь. Блять, снарядов нет. Так, не заблудитесь, в море, если у вас... У меня есть, короче, кнопка Xbox аккаунт. Она исчезнет, если я приму. Почему мы горим? А, у нас на корабле бьется, потому что. Да. Вовка, он у нас на корабле. На меня убил. Знаешь, я спижу его корабль. Давай, вали. Что такое предложить душу этому паромчику? Где он? Трюмом был. Вали, Вовка, он к тебе плывет. А, блядь, нет. Что ты бомбу ебучий, да? Так как подключиться-то? На что надо нажать? Он под водой пиздит со мной. Окей. Я сдох. Подключиться. Давай, выходи и создаем нового корабль большой. Что ты на этом корабле ебучем делать? Хотя, в принципе, я не знаю. Мы умерли, и мы направили бомбу. Прикольно. Так, это отдельный геймплей какой-то. Ну, я куда-то вышел. Ого, хотите пополнить кошелек 3000 золотых? Отправляйтесь сегодня в лагуну Шепотков и поговорите с Умброй. Шматков. Ливгейм. Чи, посмотри, получи награду. Свяжитесь с учетной записью Севти. Твич и с Твичом. Транслят определенных стримеров. Охуеть, они еще трафик отсюда нагоняют. Привяжите карту. Не ведись, это ловушка. Первый месяц бесплатно, блять, что это такое? Испытание в период. Короче, тут можно получить неплохо так лут, просто выполнив всякие бесплатные штуки.
Да, прикольно. Галеон 4? Мы хотим галеон? Меня да, как-нибудь пригласить можно? Скажи мне, что мне сделать? Может, я вроде как пролинковался, но еще ж тебе надо добавить. О, я Рассина могу добавить. Заходите ко мне. Ну, хуйно вы, блядь. Как тебе зайти? Как зайти? Сейчас я заинвайчу вас обоих. А просто так нельзя заходить? Все, я подписался на тебя. На меня? Да. Окей, что мне делать? Теперь тоже залинкни и там сделай подписаться на всех. Я уже подписан на тебя. Окей. Сейчас я тогда попробую пригласить. Да, могу тебе. Ты же не продакс вонючий. Все, поехали. Запускай. Я точно понял. Галеон мы хотим? Бля, мне кажется, галеон, типа, духуя сложен для нас будет. Вон нас один чувак всех разъебал, пошли. А мы можем, типа, на один корабль все залезть? Так мы будем на одном корабле, блядь, не тупи. Алло? Ну, я имею в виду... взять корабль поменьше и быть там все. Или есть ограничения? Нет, когда вчетвером хостишь, только можно вот так вот. Ну, зрачки ему нарисовать-то все-таки могли. Пиратский кодекс, парень, знаешь об этом что-нибудь? Ой, блядь, сделай пушту только ради бога. И сделаю пушту только... Нет, не говори. Господи, что это за урод? Давайте вот пиздим. Съедим. Пожалуйста, выключи. Где? Escape, настройки. Пушту ток. Пиратский кодекс. Пирата может быть каждый. Пиратское общество едино. Все споры решаются в море. Члены команды равны. Узы товарищества внутри команды священны. Новички заслуживают уважения и права привития. Погоди, ну так у меня есть. Наказаны. Ты выключил? Меня не слышишь или как? Нет, включи пушту ток, сука. А так? Да, заебись, спасибо. Ну, хочу обратно включить. Нет. А так лучше? Я не знаю. Так. Там была кнопка, которая обозначала, как, ну что надо говорить. Ничего я не урод, я этот, я эспаньоло, папирасо, ну, в смысле, русский парень. Урод, короче. Подожди, это какой-то другой остров. Здрасте, да. Мистер Киборг. Ты посмотри на нашу малышку. Мы ее точно приебем. Нихуя себе у нас тут. Мы ее точно приебем. Так, где вы? А как танцевать, на какую кнопку? Господи, какой огромный корабль. Смотри, путешествие, смотри, здесь можно взять рейс. А где моя гитара? Смотри, грузовой рейс мизерной важности, слышь, Вовка? Чё? Здесь можно рейс, грузовой рейс для новичков сделать. Тут. Возьми у нее квест на грузовой рейс, мы будем курьерами. Merchant Alliance Offers. Типа Car Grand Pitiful Review первое? Ну да, они. Да-да-да, два хуёвых. You can propose a voyage on the captain tables on your ship. Вот здесь. Ну да, сейчас я могу выбрать квест. Да, вы за него голосуете. Как? А, вот, F. Подходите сюда. Ножики суть у него. О. А можете меня в клетку посадить? Нет. Потому что ты лев-тигр. Так, давайте распределим ролик. Кто будет рулить, кто будет заниматься парусом. Я хочу в клетке сидеть.
Господи, где? Блин, обрешенная, чувак. Она тебе музыку сыграет и в клетке тебя подержит. Нет, шлепает. А как клетку открывать? А, ты будешь командиром? Давай ты его как командиром будешь. Ты же... Я наверх залезаю, да. Я сверху как смотрю. Как клетку открывать? И звоню в колокол, как ебанутый. Что? О, как тут красиво. А? Да я не знаю, это бан, блядь. Тут огромная черная буря, где? Сейчас скажу, где. Юго-восток. Блядь, Вовка. О, нихуя себе, тут балкон сзади есть. Вовка. А? Нам надо другой корабль. Это сложно, тут три паруса сразу, блядь. И что? Тут надо все паруса обернуть. Второй. Ну и все, типа, потом просто угол генерируешь им. Я на себе держу. Тут три паруса, это не шутка. Нам надо двух людей на паруса. Как угол регулировать? А где снаряды лежат? Я хочу зарядить все это дело. Я буду, короче, русалкой, которая спереди прикреплена, вот такая, буду играть. Это очень хорошо, что один будет в клетке сидеть, второй будет русалкой, блядь. Но мы нихуя больше кроме этого не сможем. Корабль не поплывет, блядь. О, я могу... Есть ЛГБТ-флаг, пацаны. Давай. Я не могу ЛГБТ-флаг. А почему у нас один худой? Чтобы на плашку его ставить. Потому что... Остальные съели все остальное. Что мы не можем с нами на плашке стоять, поэтому будем его на плашку ставить. Корабль плывем под ЛГБТ-флагом. Бля, реально, чувак, тут их еще крутить можно. Это носовой парус, он регулирует. Это очень сложный корабль. Давайте возьмем предыдущий. Где этот носовой парус пошел? Мы не сможем лобби собрать. Четырех, разве нет? В смысле, блять, мы уже забрали его. Что? Можно ли корабль поменьше будет захватить на четверых? А почему так медленно получится поднимать паруса? Попробуем. Выходим? Ну, да, давай. Это очень сложный корабль, чувак. Так там везде можно угол регулировать. Вообще-то да. Там, блядь, три паруса. Давай. Ну и что? Ты просто типа стоишь по сторонам. Слушай, и все. Мы можем маленькую залупу взять вообще? Самую маленькую. Нет, самая маленькая нам точно не нужна. Вот давай попробуем, получим. Ну, хотя бы с двумя парусами, да. Она очень тяжелая. А бригантина, на которой мы плыли сначала, то это норм, да. Давай на самую маленькую, брат. Получится? Чем мне отключаться от этого говна? Выйти из игры? Самая маленькая, это на которой ты был в тот раз. Нет, самый маленький вдвоем только можно. Давай. Выйти из игры? Да, конечно. Создавай. Так, мы можем начать играть когда-нибудь? У меня хорошо вопрос возник. Мы уже поиграли, вроде неплохо, мне понравилось. Было интересно. А нет, тут три человека только. Бля, пиздец. Да? Да. Надо ли он хостить, значит, да. Пиздец. Да ладно, короче, начинаешь с самого сложного, а потом все сразу легче. Тогда командуй, Вовка, а вы все слушайте его. Я? Ну ладно. Вестер, В на зелень, да? Вот это все. Давайте я вас приглашу. Ну давай ты хостом будешь, окей. Пригласил. Ты что-то как... Кто-то пригласил. Ну не тебя же, урода, я не знаю, как тебя пригласить. Кого вы пригласите? Твой новый друг, блядь. Бля. Поцелуйся им. Мысли, блядь, бразди моря. Погоди. Нет, я, кажется, случайно нажал спуститься. Я салфетку для дрожжи выкинул, она пробьёт, блядь. Всё, так, слышу. А, нет, Саша вышел. Как-то быстрее загрузится. Как, блядь, и выгрузится. Как вообще добавить тебя обратно? Как, можете присоединиться? Я ебал. Джигрион, блядь, конечно, вы можете присоединиться. Ой, блядь, аж плохо. Я прогрузился. Погоди. Кого-то загрузил, блядь, команда. Я не экипаж. Перезвольте друзья присоединиться. Да. Затопить корабль. А, вот пригласил. Что? Все, я Вовка тебя приглашаю. Я приглашаю тебя, Вовка. Алло, Вов. Эскейп, команда 1, пригласить корабль. Пригласить друзей, 2. А, тут эскейп есть, вот он так работает. Тяжело как-то, блядь. Вовка, ты с нами? Ты мой микро заметил.
А, я еще твой стрим смотрю, понятно, почему меня подлагивает. А, ну стримить тоже можно не стримить. Давай, инвайт, я готов. А кто горит возле костра? Блин, а это Дюк? Дюк, бля, хорошо. На самом деле хорошая игра, несмотря на все сложности, это хорошо сделано. Пиздец, сделать. Вот пушек тут, блядь, на каждой стороне 4. Можно, значит, когда мы воюем, по сути, должны трое хуярить из пушек. Миш, ты меня заинвайтил? Где я? Почему да, я? Да. Где ты? Кто я? Я в главном меню сижу и все. Ваше приглашение успешно отправлено. Мне ничего не появлялось на экране. Ну слушай, нормально, в принципе. Корабль получше, чем тот, что был. Серьезно? Ну, блядь, ну баг какой-то. Еще раз? Ну ничего нет. Нету ничего? Ну, блядь, давай... Игра-то на самом деле хорошая. Точно, да закрой рот свой. Что мне сделать, чтобы я... Сейчас. Видели, сколько долларов стоит уже? 70, да. Я купил за 75 тысяч и за 68 500. Знал бы ты, я купил за 69. А? Ну, короче, дохуя закупился. Найс. Понял? Найс. Да, сколько ты купил? Говори уже, блядь. Все знают, что ты богаче. Я за 69 купил. В среднем я купил. Все мои покупки были 69 за последний день. Ну и сколько? Ну, больше 10к. Хорошо, ты молодец. Не, на самом деле молодец. Что эту, блядь, залупу деревянную нахуй не надо. Так. А где ты держишь? Ну, в смысле, не прям где, а абстрактно. Дома лежит, а не у него, блядь. Что, дурак, что ли? Серьезно? Ну, в смысле, в банк хочешь отнести баксы? Ну, в каких биткоинах, блядь? Это не доллар, это биткоины. Доллар, USDT. Биткоин, это биткоины, блядь. Нет, USDT есть валюта, она... Да что доллар, ты говоришь? Хочешь какой-то момент остаться с ней? Она доллары. Да иди ты нахуй. Я сейчас куплю, она доллары. Давай, проходи мимо, блядь, даун. Это доллары, блядь, помогите. Да ты не шаришь просто. Мы наняли сеньора. Блять. У него такие вопросы, что даже я могу вам ответить на них. Я не понимаю, в чем проблема. Если ты, типа, у тебя огромный опыт, то, наверное, ты понимаешь, как вообще, ну, типа, архитектура, она же примерно одинаковая. В .NET. Ну, вообще-то нет. Кто-то что-то использует, кто-то что-то нет. В .NET, блядь, там в этом. Так, я всех пригласил? Что такое? Почему я один опять? А теперь я зарядил все пушки и буду здесь стрелять. Вы где? Вы кто? Мы играем? Я кого-то приглашал? Что происходит? Нет, у меня ничего нет. Кстати, пока я просто не... запустил от себя. Ты, наверное, на чайник нажал. Я ничего не налил, кстати. А? Я ничего не налил. А я на Тинькове привел, вывел, я прям баксы снял. Не-не-не, крипта — нормальная тема. Да закрой свой рот. Иди, блядь, ЛСД покупай. Зато в моей памяти можно так сделать. Миллион по приглашению. Пригласить друзей, не поднять курса, сука. Пригласить. Подожди, так я что, воитель должен? Я зря пушки заряжал? Да. Блядь, пиздец, Миша, ну ты... Я пригласил Ловка. Не, мне ничего не приходит. Ну выйди, наверное, потому что всем приходит, блядь. Я не знаю, что делать. Давайте пригласи я. Пригласи меня Вова, ты. Вруби стрим уже свой. А я зря нажал начать игру, да? Да. Mm-hmm. Я уже не дышать нечем, блядь, теперь иди. Давайте быстрее. Я уже, блядь, на максималках. Под всеми парами. Если ты кинешь мне... Ой, я, кажется, из игры выжил. Подожди. Это хорошо. Ты освежил ее. Так, все, давай еще раз учим плей. Освежил игру, да. Нормально. Хорошо. Так, я отправил вам инвайты. Мне все до сих пор ничего не приходит. Спроси ты меня. Так, people want to look... Так,
Пригласи меня ты. Ага. Давай я сейчас всех позаинвайчу. Так. Всё это... Что за говно происходит? Need one for brigantine. Короче, можно искать, знаешь как, через Windows плюс G. Не надо. Заинвайтим? Да. Миша, тебе не приглас, пожалуйста. Нет. Ну, то есть, знаешь, да. Чей ответ? А, так. Бля, знаешь, я понял, во что мы играем. Мы играем в коммуникацию. Да, мы играем в содействие. Добавить друга, Дакс. Серваторку вообще выбрал упор какой-то. Он молчит все время, заметили? Что он уже умер, походу. Он отчаялся получить фидбэк от нас. Пригласи Дакса. Я зашел. Подожди. Уже, ёпта. Где этот дурак? Ты где дурак? Старинные клады. Тех, алло, старинный клад. Клады. Мы тебя пригласили. Ты где, блядь? Ты ебанутый? Как ты поешь? Тебе инвайт приходит? Да, я нажал. Вербую пиратов. Я второй раз хотел принял. Кого ты вербуешь, блядь? Ты что, ебанутый? Запускай. Запускайте, блядь, это дерьмо, я не могу, блядь, у меня уже чешется все. Я вспотел, блядь, как это жирбаться чувствую. Очень жирно, давай. Мы играли во взаимодействие, проиграли. Алло, Вовка, ты жив? Все нормально. Вовка, тебя не слышно. Уф. Хватит показывать на книжку, сука, ненавижу тебя уже. Гейфлот, блядь. Ты реально гейфлот, ну камон. Посмотри, это серьезные мужчины, идут делать свои дела. Ты вас спросят, капитан корабля приходит такой к портному, говорит, мне бы спросили сделать вот такого цвета, вот так вот. Смотрит мне вот так. Это какой-то карнавал, да? Бразильский флот? Хуильский. Сделай, блядь, мне с розочками и цветочками. И номера. Какие что, не номера? Умеешь нормально это? Дакс. Дакс, смотри. Я погрузился, отлично. Блядь. Дурак, смотри. Вот так, Дакс. Оп, попробуй, давай. И не упади вниз, как ты делал. Подожди, она не может распрыгаться? Ты слишком толстая, она сломается, не прыгай. Ладно, извини. Возьми квест, Вов. Давай сейчас. Ой, смотри, там череп. Там туча в виде черепа и на зеленом хуярит. Где? Вон. Прям по курсу. О, да, действительно. Смотри, видишь? Волан-де-Морт вернулся. Нет, не возвращался. Нет, вернулся, я же вижу метку пожирателя. Это не метка пожирателя, ёб твою мать, это метка пожирателя. Встаньте кто-нибудь сюда на мостик. Чё ты смотришь на меня так странно? О, хорошо, хорошо, не угрожай мне саблей. Что, что ты мне намекаешь? Чтобы я крёп отсюда? Квест, 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 квест. Ну и чё? Так, а чё у меня по... Какие ещё у меня есть инструменты? Я хочу ещё... Вот барабан. Та-та-та... Та-та-та-та-та-та-та... Ну чё? Алло, квест берите, дауны. Как танцевать? А чё, надо брать квест? Пошли вот отсюда. Надо брать квест. А чё, Миш, вы кого-то наняли? Да-да. Инвентарь, задание... Но он какой-то странный. Откуда наняли? Просто с рынка? Да. Кого мы наняли? Еще экипаж? Дотнет разработчика, блядь. Скажи, там, по карте посмотрите, они в этом. А за сколько в курсе? Я думаю, порядка 200. Угу. Ну, тогда более-менее окей. Но он, блин, такое ощущение, что я лучше его спросил работать, так? Ну, может, блядь, нахуй, Женя долго, блядь, рассказывал, как не нанять деда, а нанял снова деда. Не, он не дед. Так. Ты деда не видел, просто. Нет, он
он такой, блядь, как будто это Джун на самом деле, замаскированный. Нет, нет, дед это состояние души. А. Короче, так, куда нам плыть? Я... Какое название? Я полез наверх. Какое название? Куда плыть? Или... Берешь компас. Ты так, все, вспоминаем обучение, короче, надо сняться с якоря. Поднять. Да подожди, просто... какого якоря? Черпайте воду. Тут есть карты, на ней можно выбрать место. Куда нам надо, ты помнишь? У вас карта, а, вон. Ты помнишь название? А, вот. You requested to collect three crates from Galleon's Grave Outpost. Прекрати. Galleon Grave Outpost. А где у тебя карта? Где ты карта? Я сам ее потерял. Золотых перцов, да, ничего, видишь? Да, смотришь, я смотрю за тем, как ты смотришь карту, охуеть. Заказчик, да. Торговый союз, настоящий. Прям смотришь, как я... Ниже. Стоп, так медленно. Вот, вот он. Galleon Grave Outpost, корабль. Видишь корабль? Да. Это что за херня? Нам сюда. Это что такое? Так нам надо, блядь, сюда. Мы тут и есть. Охуеть, вот это технологии. Старт или это? Мы здесь? Там, да, мы здесь. Ну, значит, нам где-то надо здесь взять три. Как? Короче, делаем круг вокруг острова и идем. Какой круг, блять? Мы на этом острове уже. О, смотри, смотри, смотрите, смотрите все. Вот, пожалуйста, я вам показываю, что надо сделать. Давай. Вот он смотрит в подзорную трубу. Что, блять? Так, а где мы... Коллег. Я и говорю, мы выходим вот этого с острова, делаем круг вокруг него. Три ящика найти, да. Тут что, ящика есть на этом острове? Да не на этом острове, блядь. Все, короче, погнали, вы все знаете, что делать. Какой круг, ты ебанутый? Где ты, блядь? Ты карту видел? Мы с противоположной стороны от острова, который ящики. Ящики вот через остров напрямую нам нужно, короче. Он правду говорит? Вовка. Я не знаю. Мы посмотрели, они на этом острове затонувшего Галеона. Мы их подняли, эти ящики, мы их забрали, чтобы отвезти. А, нет, вопроса ноль. Сорян. Было нарисовано, что они за островом, они на острове. Я нашел какое-то говно. Получено задание. Это я нашел. Просто лут. А как смотреть задание? А, вон еще задание. Почему так странно? Нужно до 3 дня 27-го один ящик ядер. Погодите, так это обедаемый остров. Объедаемый, блядь, ящики. Блядь, ты либо макай глубже, либо держи дольше. Вода мутная, не видно нифига. Что? Я нашел ничего. А это тоже ничего. О, похоже, я нашел ящики, или что это? Вот они, блядь, лежат. Бочка открыть. Походу. Да нет. Я назолотался в каких-то бочках. Хотите остаться в тени? Тогда плавайте под этим унылым парусом, вас никто не запомнит. Не с черви. Вот, вот они. Вот они, я нашел их. Ящик с растениями. Блять, я не вижу нихуя, пока его несу. Фу, нахер. Блять, одни растения ебучие. Алло. Все, слышно? Там есть еще ящики, да, тебя слышно. А сколько их? Там написано 3 ящика было. Да, 3 ящика. Настоящим поручаю вам забрать 3 ящика. Да. Все. Как его скинуть-то, блять? Надо ту же кнопку на F, по-моему. Почему мы уже тонем, блять? Почему с вода в трюме? Что? Потому что кто-то очень много ест. Много сыт, блять. Сыт. Серьезно, вода в трюме? Где? Уже нету, я вытащил. Не, нихера ты ее не вытащил. Там еще есть? Или нет? Очень странно засвечивает пол. Так, я только один нашел. И еще два. А что? О, у нас... А, надо получать груз у ИВНПС, алло. Дакс, ты с нами вообще? Или уснул? Нажался, уснул. Типичный пират. Я возьмите третий ящик, кто-то. Где он? Вот оно, у этой бабы, вот, смотри, ты подходишь к ней сюда, алло. Так, ты у нас... Нажимаешь F. И все. У нас? Ящик с бутылками последний был. Арсен, это не ты. Свел Рейн. Коллект, каннибал, крыль. 874. Все, я собрал все ящики. Я тоже все, забрал. И чё? Чего ты забрал, блядь? Так,
Куда их везти? Куда их везти? Куда ящик нести? Вести куда? Я в трюме, блять, очевидно. Где ты их поставил? В трюме. Это трюм? Еще не знаю. Вот это уже трюм? Куда ящик поставил? Вот я поставил это. Ты бросил его. Вовка. Я их, короче, притащил нам 10 ядер, я нашел их на этом. Вовка. В смысле, блин, список заданий пуст? Вовка. Вообще-то у меня есть еще одно задание. Ты с нами вообще? Ты здесь, алло? Да. Форпост, стальной зуб, время 15. Доставка, куда? Диких сокровищ. Когда 14, кому? Иона, куда? У меня, кстати, пропал квест, мне осталось только доставка ящика. Ну да, ящик с ядрами. Куда диких сокровищ? Лавка диких сокровищ? Заказ вы может выдать любой представитель торгового союза. Да я понял, блять, походу их надо на этот остров отвезти, в лавку диких сокровищ. Это прикол? Чё ты, блядь, чё ты, чё, блядь? Возьмите ящики из трюма и понесли их в лавку диких сокровищ. Мы, блядь, ебануты? Так, ладно. Золото... Блядь, я не вижу нихуя. Ты думал, Кодзима гений? Вот они, доставщики. Блядь, это бар. Подожди, где лавка? Яндекс пираты. Как карту открывать? Смотри, нажимаешь на Е, держишь, выбираешь карту, наводишь, потом стреляешь. Убить путешествие? Могу брать. А? Только я квесты могу брать. Давайте я еще чего-то. A pressing order from the pitiful deliver shipment. Что за ящик с ядрами? Почему вы ящик с ядрами вынесли? Это наш ящик, блядь. Это не доставка. Вообще-то вы должны сначала получить его представитель там. Вот оно, лавка сверху, все нашел. Че вы туда утащили? Подожди, лавка диких сокровищ, я не уверен, потому что. Он принимает ее? Нет. А, пиратская. А, я понял. Может, ядра возьму? Настойка свежее лицо. Иона. Этот Иона. Волшебный эликсир, который даст возможность полностью изменить свою внешность. Что? Я смогу выбрать внешность. Тесс. Дюк. Тесс Дюк. Может быть, пей? Дюк. Кто-нибудь будет со мной искать этот квест, или будете бегать так сюда, туда-сюда? Если ты объяснишь, что делать, Тревор. Я даже тебе помогу. Нам надо найти Иону и лавку сокровищ, блять, ужасных. Иону? Иону. Иона. Подожди, так вот же, она на втором этаже, нет? Иона. Поговори, это Эрнест, нет, не обращай внимания, это Эрнест. Так он, блядь, не на этом острове, что ли, сука? Есть такая вероятность. Нет, на этом, блядь. А это прям совсем тайная лавка, то есть в городе искать нет смысла, да? В смысле, блядь, нет смысла. Купер. Там выше, блядь, там вся скала, это ёбаная лавка. Эх, трудцой очень укрепляет тело и здоровье пирата. В это неспокойное время. Вилоу. Это, блядь, этот. Шерлок Холмс. Да, с Тревором. Это здесь Тревор. Подожди, там Тревор, здесь Тревор. У них есть другие имена? Ты дрочишь уже? Нет, он обычно выключает микрофон. Сейчас микрофон выключится. Смеется, потому что это правда. Короче, ты смеется. Сейчас он не смеется, чтобы не палиться. Ох. Я нашел, короче, кучу всякого барахла. В бочках просто вот она лежит. Блять, уже полвторого нахуй. Мы можем что-то сделать, блять, пожалуйста. Я, блядь, теряю себя. Я бегаю, воровый остров. Где Череп? Лавка? Наверное, не на этом острове, потому что справа я был, слева... А на каком она острове, а? Погоди-ка, нихуя себе, там в самом верху тоже что-то есть. А как кто туда собрался?
Бежал, блядь, искал лавку, тут ее нет. Вот что тут есть. Нихуя. Так, куда можно сгрузить боеприпасы? Лавка диких сокровищ. Так где эта лавка диких сокровищ? Непонятно ничего. А где снаряды лежат? Посмотрите на карте лавку диких сокровищ. Сейчас спрошу, блядь. А, вот они. Так, теперь как надо выгрузить как-то все это из себя? Не наши вещи, блядь. Кто хочет червячков? У меня есть пиявки и червяки. Тячку себе их впихни. Ну, процедура, конечно, довольно бодрящая, но нет. Бодрящая. Так. Так, я черви положу в бочку с провиантом, жрите. Сейчас. А, я туда же червей накидаю. А, так у меня есть, короче, личинки, дождевые черви, пиявки и кокос. А я нашел одежду. И надел ее. Ты что, теперь самый отец среди нас? А ты где вообще? Мы Мишу потеряли. Отплываем, мы потеряли Мишу на все на поиски. Я на корабле, блядь. Надо за мной быть. Я не потерялся, я уехал от вас. Сундук шикарных вещей. Ты здесь нашел свои вещи, да? Ну, естественно. Что, я хуел буду, что ли? Не знаю, может быть. Все, может быть. Я могу сменить прическу. Но зачем? Какой ужас. Мне так хорошо, да. Вовка, куда нам плыть? Пожалуйста, скажи мне, куда нам плыть, Вовка. Я грек? Это я что такое? Чук и гек, блядь. Чук и гек. Это я что, панк? А так? Куда доставка-то, сука? Куда доставка, блядь? Погоди. Да, вот так хорошо. Брать предмет. Случайная одежда. Я сейчас через пару минут приду, мне надо было ФКшнуться, еще на 2 штук. Ёпта мать, окей. Ну, постой на корабле. А? Постой на корабле, на всякий случай. Да, сейчас я встану на корабль, окей. Окей. Тян-тян-тян-тян. Да, на корабле, окей. Я не понимаю, в чем различие между матросом и не матросом. Так, а, татухи! Я взял квест. Татух. Я взял квест. Можете предложить задание, положив на капитанский стол. Давайте я положу на капитанский стол. Путешествие. Вот это. Положим. Где проголосуйте за квест? Алло. Ты что ли мой король? Я тебя не выбирал. Давай. Пошел. Выдай мне одежду хотя бы. Рыба лежит в шикарном ящике. Голосуй. У меня больше одежды, я тут главарь излечу. Давай, F. Я нажал. Нет? И что? Я нажал, да. Версия вот, предложения вот. Бедной миссис Тарант. Отправиться в путешествие для новичков, чтобы доставить товар бедному заказчику. Я воткнул в него нож. Так, там два ножа воткнуто. Так, сади нож, воткни. О, хуя ты оделся? Даже так садился, блядь. Помню. Ну чё, блядь? Теперь мотаем ты начальники. Нажимай так сюда. Если захочешь, конечно. Мы равны, в отличие от него. Так. Бедная миссис Тарант. И... Получено задание. Так, escape. Нет, подожди. Tab. Задание. У вас нет никаких путешествий. Репутация. Нихуя. У меня нет. Может. В этом, в... Кусать заказ путешествия не надо. Этого... Так, секундочку. А, в соседнем сундуке. Господи ты, боже мой. Так, и что теперь надо? Вот, смотри. Теперь мне надо взять
Вещи, там клетка для кур. Недоступно платье. Илья, ну какого хуя? Смотри, я взял клетку для кур, у нее. Клетку для кур взял. Я пытаюсь понять, как это работает, блядь. Это нихуя не явно, если что. Иди клетку для кур возьми. И отнесите ее в трюм. Я не могу снять платье. Блядь, носи его теперь всегда. Какого хуя? Может, не надо? Теперь я получил эти клетки, да? Я их положил сюда. Хорошо, да? Да. И я хочу отвезти все это дерьмо. Бля, Вовка, точно на корабле? Почему у меня за стенкой? Не, я просто стою снизу на палубе, я только пришел. Я взял задание новое, и мне дали ящики, их сложил в трюме. Так. И никто мне не хочет сказать, куда мне надо плыть. И на карте у меня ничего не отмечено. Как снимать вещи? Погоди, я хочу раздеться. У меня есть. Задание я выбираю в табе, там нихуя нет. Смотри. Danger to outpost, смотри, где ты. Вот, смотри, у меня что есть. Смотри. Чё? Смотри на меня. Меня смотри. Ты на псайдакса смотришь. А ты где? О. Белая курица, был режим. ФП, стальной зуб. Да, пошли. Ага. Стальной зуб. Вот сюда нам. Это нам, значит, на вест. Все, погнали, блядь. Пиздец, сука, блядь. Я за рулем буду. Ебать. Так. Сделайте мне там всю хуйню. Поднимайте якорь. А все баксом закупились, кстати? Поднимайте якорь. Помогите Даксу. Я вложился в рубль. Его сейчас сильно инвестируют, он подниматься будет. Ты ебанутый? А ты сколько купил? Рубля? В смысле подниматься, блядь? Ват? Что? Сколько ты купил? Чего купил? У меня денег нет, что, я нищий. Все нормально. А ты псайдакс? Как тебе все происходящее? Он даже у него работы нет, как рубль, блядь. Он не понимает вообще, что мы говорим, деньги, что такое. Я еду на улице собираю. Всегда так делаю, очень помогает. Прекратите. Я после Ромы никакой. Кто-то сверху торчит, говори мне куда. Это, не крутите парус, куда, блядь? Что это, он сам крутится? Вы еще не закрепили парус? Господи ты боже мой, моряки тоже мне. Можешь закрепить его? Я просто что хуй знает, что это. Да это Дакс там дрочит, блядь. Просто подчини его, нахуй ты его боком поставил. Ты ебанутый, хуй ты мне вылупился, блядь. Ну Дакс, пожалуйста. Ходите. О, я ЛГБТ флаг поставил, наконец-то. Слушай, в принципе он неплохо поставил под... Давай я поменяю. Не, ладно, он, наверное, неплохо поставил, но молчит, блядь. Ты микрофон выключил, придурок. Ты мне сказал выключить. Включи его, идиот. Как их поворачивать, я что-то не понял. Посмотрите на карте, мы правильно плывем? Что за хуйню мы сейчас исполняем? У нас передний парус нахуй подправился. У нас вообще с парусами что-то не то. Ладно, посмотрите. Встаньте кто-нибудь за руль, если съебал. Я сверху сижу и смотрю, куда мы плывем. Нам надо правее, нам надо на Норт-Вест. Норт-Вест. Мы плывем, блядь. Мы плывем, плохое место. Левее ты говоришь. Норт-Вест. Ты говоришь левее, почему правее? Черпаем. НВ, пожалуйста. НВ. Скорее, поверни на НВ, там хуёво. Поворачивай. Мы сейчас плывем, да? Нет. Теперь вообще на N надо. Ну потому что ты просто повернул. Да и надо их ровно. И по ветру надо ставить, не надо ничего. Какому? Убрать. По ветру, блядь, нам не надо по ветру плыть, ебаный ты дурак. Надо. Я якорь выкидываю. Нам быстрее. Надо назад. Что? Это что, будет разворот? Мы куда плывем? Что за хуйня? Остановка с разворотом, ачивка у всех. Да, турник, я якорь просто поставил. Поверните, блядь. Снайте на паруса, я не знаю, мне что-то сделать. Сейчас паруса затопит, если мы сейчас его не поднимем. Нет, я внизу есть, там ничего нету. Там ничего не топит. Даже воды нет, пока что. Сейчас мачта отхуярит нахер. Их по ветру надо ставить, чё, не моряки что ли?
Кто по нам я стреляет? Я вечерфер. По нам кто-то стреляет. Снимайте якорь, слышь, нам пизды сейчас дадут. Я снимаю, давайте, помогите мне. По нам никто не стреляет. Почему ходой якорь? Почему ходой якорь снимает? Это фортпост ебучий, уплывите отсюда, нахуй. По нам стреляет фортпост. В другую сторону. Последние слова он называется. Плывите на НВ. На НВ. На НВ. Это крепость черепа, блядь. Хуёвое место, которое стреляет в тебя. Туда нам не надо. На НВ. Вот как ставишь их по ветру, они прям меняются. Надуваются. Нам надо просто на НВ. А, вот, окей. Надулись. Теперь на В. Точно? На вроде В. Вроде да, нормально. Компас работает, блядь. Штурвала, что за хуйня? Левее берите. О! Левее берите. Левее бери. Левее сильно левее. Максимум влево. Окей. Нам все еще на В. Так, вот эти провисли. Это хуевое место, пожалуйста, не плыви туда. На В плыви. Развернись, ты сейчас, блядь, нас выебешь. Так, я максимум налево штурвал выкрутил. Вам взяли ветер. Да, окей. Все, хорошо, плывем. Вот так вот и держи курс. Я тебя понял. Блять, центровой провисло. Ай, сука. У меня компас сломался, блядь. Слушай, по большому счету. Это не работал, это пиратский компас. Все, хорошо, хорошо держишь. Так. Почему компас не работает? Он тебе не нужен. Смотри это, со оп. Своими следами на море. Я что-то нихуя не надуваются. Никакой, на нас дуется. Я не знаю, что делать в этом случае. А, типа, ну надо брать и идти под углом, значит, цели. Чуть правее возьмите. Правее возьми. Да, я бы, да, да, правее. Кто под парусом вообще есть, плавал? Я. Да? На чем? Да. На лодке, блять, обычной. Серьезно? Да. Как оно? Хуй пойми, как оно работает, но как-то ветер толкает. Чуть-чуть правее давай. Ты дебила, блять, нахуй. Просто начинайте сматывать паруса, начинайте опускать паруса. Нам сюда, да? Опускайте паруса. Я да, нам сюда. Но я медленно поднимаю, ну, спускаю один парус. Ты слишком медленно пускаешь парус. А как мне, блядь, это еще быстрее делай? Давай вдвоем будем от двух сторон. Я остановил вас, придурок. Посмотри, у нас есть ящики, и нам надо их туда доснести. Очевидно... Так, я отказываюсь их понимать. А? У нас даже тут шлюпки нет. Поменьше сделайте парус, и мы подплывем аккуратненько к ней. Ну все, давай. Один парус убрали большой. Можете поднять? Я якорь поднимаю. Кто за рулем? Встаньте, кто за рулем. Я взял, я встал по правой, по правому, направо дал по максимуму. Так, компас ну, так не работает, что у штурмана. Я не понял, на чем мы собрались плыть тогда, если мы все паруса подняли? Спустили, точнее. А чуть-чуть, блядь, чуть-чуть тебе надо поднять, чтобы пристраховаться. Кто нормально понимает эту хуйню? Почему ты начинаешь мореходом, и все нормальные чуваки? Потому что маленький? Кто опустил большой парус? Помогите с левой части. Не, нормально, кстати, нормально. Поднимать. Помогите, пожалуйста. Чё? Как тебе помочь-то в одиночку? Ну, нет, делать? в другой стороне ты можешь встать. А. Или тоже крутить. Правее, да? Да? О, мы плывем под ЛГБТ флагом. Да, я ж поставил ЛГБТ флаг, да. Всё, красавчик. Красавчик. Так, а теперь выруливай немного левее, выравнивай. Бросай. Нет? Нет, вперед чуть-чуть, дайте еще. А что говорит автопарковщик? Пип-пип-пип, пизда. Пип. Земля. Смотрите на дорогу. Не слушайте. Это автопарковщик, типа колокольчик, блядь. Можно вперед дать немножко? Вы там, блядь, совсем обленились, блядь. Ну, я сейчас опущу, он прям сразу бросит. Я вижу землю. Так может быть отсюда просто на руках доплывем? Да поддай чутка. Теперь левее крути, куда ты, блядь? Пацаны, мы сейчас это задрочимся на галеоне, все как надо, да? Давай. И нам пизды даст какой-нибудь один бомж, блядь, с бомбами. Да, как в тот раз, да.
Вообще идеально, блядь, мы сейчас идеально паркуемся. Кто там параллельную парковку? Вовка делает? Охуенно делаешь. Да, я за штурвалом. Давай, ля... все, влево крути. Не-не-не, все. Проехали. Проехали, сдай назад немножко. Так, ладно, давайте два ящика куриц надо нести, пиздец. Помогите мне. Слушайте, кто-то клетку еще для куриц возьмите. Вот надо. Чуть-чуть не доехал, на самом деле. Но нас вообще попросили не подтянуть. Где клетки? Где еще курицы? Я хочу. Ты в самом деле не отнесли, что? Open pet chest. Рядом с этим, рядом с... Кажется. Можно корабль Чечня назвать? Да. Но если ты... Еще же полное название. Ну ты бан получишь. Республика Ичкерия? Так, еще какие-то коробки. А как ты туда забрался? Лестник слева. Так, кто там нам нужен? Это Мэнди, это клерк. А я куриц не оставил внизу? А, нет, они у меня в руках, слава богу. Ой, только они что-то не шевелятся. Наверное, под водой плохо плавают. Да, кстати, неплохо плавают. А мы были на этом острове. Так, а куда нам тут нести их? Это плохо, значит, лучше мне есть не показываться. У нас контракт экспайрит какой-то. Ну, предыдущий, давай куриц, блядь, быстрее отдадим. Куриц мы успеваем. Мы еще по времени можем не уложиться. Да, там предыдущий контракт почему-то не лежал, забаговал, и мы не смогли это сделать. Винни. Кому нужен? Блядь? Ты помнишь, кто должен быть? Только не ходите за мной все вместе, ищите, блядь, это бабы. Не, просто написано Dagger to Southpost by 2 AM on the 3rd. Два ящика курицы. И написано кому? Ну пойдем отдадим клерку. У нас такое времени есть. Пиздец, приключения, блядь. Парковщик. Парковщики, блядь, дал. Парковщик корабля, вообще большого корабля. И. Как ты ящик кладешь на землю? Нет, у меня руки уже устали. Икс. Спасибо. Как отдать-то? Кому, блядь, отдать? Так, давай посмотрим задание. Белая курица, рябая, рыжая. Заказ вам может выдать любой представитель. Ага. Где ты смотришь? Ну, у тебя есть на кнопочку «Если» нажимаешь. А, да, да, внизу написано «Your Simon of Craze can be collected from» вот это Merchant. Да, это трейдер, ну, трейдер, давай. Так мы забрали у нее их. Не? Мы какой забрали? Мы должны приехать в фортпост Стальной Зуб, время 2 часа, день 3. Нет, это бай. Это до скольки. Вы даете согласие доставить эти товары. Перечень товаров. Заказ вам может выдать. Мы должны отдать его для фортпост Стальной Зуб. Кто у нас на фортпосте Стальной Зуб? Мы вообще здесь? Да, мы тут там, где надо. Подожди, нам надо купить здесь куриц. Что-то уже нихуя не понимаю. Подожди, а клетка пустая, Миша. Я понимаю. Клеть да кур. Ну так их надо взять сначала, значит. Да. Охуеть. Я что, с пустой клеткой бегал? Я понимаю, что это пустые клетки. Где курица? Значит, нам нужен представитель чего-то там. Официальный. Блядь, такая разводка, типа, блядь, это... Когда на зону попадаешь, тебя там разводят, как лоха. Где клетка с курой, да где куры? Представитель торгового союза. Бросает вам под ноги курицу. Ваши действия. Сука, не понимаю, что надо сделать, блядь, я уже весь вспотел. Реально, у меня стул уже мог. Это потому, что ты... Мишуня, блядь. Значит, так. Миш. Ты еще баксом закупился из твоих. Да я ни с кем не общаюсь, блядь. Ты с ним молодец, простите. Да сейчас я скидываю бакс, но сейчас подешевеет. Сейчас робот. Ты, доктор, гений. Все. Только ты нормально, блядь, соображаешь. По деньгам. Больше никто ничего не понимает, блядь. Ничего. Ну погоди. Что? Так у тебя сработаешь все эти. Я понятия не имею, с ними общаюсь. Они давно в пуль вложились. Я только с Жейкой общаюсь, и я у него не спрашиваю. Женя там постоянно вещал, что рубли пизда. Ну, он, наверное, просто по дефолту ничего не держит. Куда нам нести, лучше скажи, за луком?
Я не знаю, я поэтому и бегаю просто кругами вокруг. У тебя есть задание, потому что у меня нет никаких путешествий. То же самое, что у всех. На Е жмешь, и там есть бумажка. Какой? Знаете, что я придумал? Я вспомнил, что в этой жизни у меня есть интернет. Вот у меня тоже самая рука. Так. Торговый союз. Любой представитель, подожди, так она должна выдать куриц ебаных. Угу. Любой представитель? Да. Пойдемте эти ящики для курицы тащить к ней. Как там было этот... как игра называется еще раз? Клетки. Сиов. Блять. Море долбоеб. Где найти и поймать куриц? Значит, поймаем курицу. Это один из возможных квестов, который может выполнить... После того, как посла выполнить, курицы могут быть обнаружены в любом из островов. Но прежде чем отправляться в путешествие за ними, вам необходимо обзавестись клеткой. Так, где найти клетку для поимки курицы? Для того, чтобы получить клетку для поимки курицы, вам необходимо сперва поговорить с любым торговцем из Союза на любом месте. После этого вы должны отправиться к своему кораблю и провести голосование с командой. Если все окажутся согласны, ага, заберите эту клетку, учтите, что пока голосование не будет окончено, все не сможет предоставить вам клетку транспортного вагона. Где найти курицу всего? Так же, как свиньи и курицы могут быть на любом из островов, поэтому мы не можем вам указать на тот или иной остров. Наилучшая тактика поимки искомой жизни окажется прочесывание ближайших от форпоста островов. Гляди. Как же поймать? Да. Как ее ловить в клетку? Как поймать курицу всего? После того, как вы обнаружите курицу, на острове берите в руки клетку и начинаете ее преследовать. Для поимки достаточно будет зажать интерактивную клавишу при появлении подсказки об этом. Возможно, понадобится кура определенного вида. Вы сможете отличить их от подсказки. Клади, если нам нужно ловить курицу, мы не успеем. Сейчас 9 вечера. Да успеем, сейчас поднимемся. А нам квест надо до 2 ночи сдать. А день какой? Второй там что-то. Короче, хватаем клетки и клетку корабля. А где корабль? Числа, 3 числа, давай сейчас смотрим. А тут нет куриц? Погоди, не умирала надежда. Не успеваем, сегодня 27 число здесь написано. А нам какой нужен, 3? Да. Короче, у нас еще есть неделя на поимку 2 куриц. Охуенно, целый галеон отправляется за ними. Ящики мы здесь оставим, они не еще будут. Мы должны с ними отправиться, понимаешь? Не, нам нужны ящики, да, нам нужны клетки, чтобы в них курицу посадить, да, все явно. Погоди, как вы все забрали ящики? Мы с двумя ящиками бегали, кто второй ящик? Да, я тащу второй. Должник мне денег, все правильно говорит. Почему на этом острове куриц нет? Да потому что, блядь, их сюда надо доставить, какой ты дурак. Ты просто сейчас скажи, почему они там не в клетках сидят. Типа, куда хули? Хули квест такой сложный. Где пират или где? Пусть к осени доллара будет 70 или 80? Я надеюсь, что 80. Чем дороже, тем лучше. Смотри, эти ящики, они не нужны, поэтому выкидывайте их нахуй. Чего? Ты хуел? Ой, блядь, смотри, куда я поставил. Как его теперь буду снять? Он просто бил не сбоку. Почему он нам не нужен? Надо курицу надо с него поймать. Там ящик с бутылками, ящик с пальмами. Что? Помогите нам, он очень якорь, с каждым более новым уровнем корабля все тяжелее поднимается. Комнат нет, у вас первый уровень, поднимай сам. Так. Интересная механика. Слушай, ну я тут думаю визуально определить, куда нам плыть. А, посмотри по карте, ближайшие острова. Понятно, никто не будет смотреть, да? Сейчас, погоди. Ящики никто. Погодите, так у нас же даже есть это. Форпост Стальной Зуб, Портление Галеон. Правда было странно, что ящики с курицами без куриц. Поехали к последние слова. Может, там курицы живут? Я могу поставить метку вот сюда, допустим? Метку ты поставишь, кто же, блядь, ее увидит? А, это баг. Слушайте, ребят, то, что компас постоянно на севере, это баг игры. Класс. Слушайте, тут есть рядом огроменный остров, причем, судя по всему, он, ну, ни о чем. То есть там нихуя нет. Но он большой, значит, курица там по-любому есть. Окей, давай туда. Он прямо над нами называется, он Старый Служака. Да, ой, ты будешь... Пожалуйста, командуйте, ну, лево-право, потому что компас не работает, блядь. Это типа баг. Нужно дать направление или что? Да. Короче, направление... нам сейчас нужно будет выйти, обогнуть остров и двигаться вверх. О, как интересно. Мне, пожалуйста, левый и правый, все. Хорошо, значит, нам сейчас нужно на 180 градусов, но мы не можем на 180 градусов, потому что сзади у нас сейчас остров.
Тогда давайте, давайте. Оплываем остров и вперед. Давай, я понял, давай, работаем. Давайте, все. Газу. Окей, блядь, как покинуть карту? Как покинуть? X, F, F. Охуенно. Так, что я могу сделать? Фонари просто достать. Просто опущенные у нас все, да? Фонари зажечь. Что зажечь? Фонари. Ну, потому что ночь, да, давайте. Мы цивильные люди. Бля, вода охуенная. И отражение от воды охуенное. Настоящее. Мне прям холодно стало. Так он находится на карту. Хорошо, еще правее, так можно еще больше правее. Да, я направо выкрутил штурвал по максимуму. А мне бы надо встать на тормоз, блядь. Либо просто смотреть. Не-не-не, все нормально. Все хорошо. Не-не-не, нормально. А, ну учитывая, что штурвал направо, я только поиграю, пожалуй. Ладно, посмотрим. И еще чуть-чуть. Я думаю, можно выкручивать руль прямо. Прямо. Выравнивай, давай. Ну, вот сейчас идеально. Идеально. Все, идем ровненько. Вот сейчас, если идти ровненько, будет охуенно. Так сел на штурвал. Все. Вот так держите штурвал, теперь просто крутите парусами, чтобы это было больше. А кто наверху сидит? Наверх. О, слушай, нет? Такого визуально уже видно. Вон он, по-моему. Да. Я полезу на верхнюю мачту. Надо чекну еще разочек. Да, это он. Пиздец, мы играем в это. Вы чувствуете, что геймплей это пиздец? Я учу, но на самом деле. Геймплей ультраутичный, но все хорошо сделано очень. Аутентичный, ты хотел сказать. Аутичный. Это аутентичный аутизм, а здесь, я думаю, просто аутизм. Потому что что-то поломано вот это все, если ты не жил в Xbox Live и играешь с чуваками с Xbox Live постоянно, если ты пришел с... А тебе нужно... А все, что от Xbox Live тебе нужно, это просто, чтобы он показал тебе твоих друзей в Steam, это очень сломано. Но на самом деле, учитывая, что эта игра вышла на One достаточно давно, у меня вода уже... Алло. Какой-то остров. Не-не, можешь? Давай еще раз глянем на него. Мы почему-то идем на большие острова, которые... Да, это большой остров, просто подплыть надо к нему с другой стороны, там пляж будет с противоположной стороны. Мы сделаем круг вокруг него, короче. Что-то медленно плывет корабль. Ну что, просто подвигать, наверное, надо. Откуда ветер дует? Можешь что-то сказать? Может, есть смысл зайти с правой стороны или с левой? Налево. Чуть-чуть. Слева идет, да? Нет, налево. Если надо налево. Налево идет. А, так хорошо, идем. Паруса влево, соответственно, с левой стороны обойдем его. Па-па-па-па-па. Между нами. Стоп, я где? Нет, у нас попрям по курсу. Чего их приспустили? Скорость большая. Мы нормально идем? Вот остров справа, как сам хочешь. Где? Прямо по курсу острова, да? Сейчас, зачку. Yeah. До 15 тысяч надо. Стой. Сейчас я расскажу тебе, что я делал с 15 тысячами. Прямо. Нам вот прямо. Подождите, так справа, короче, от нас получается остров смерти, а нам прямо. Да. Блять, я чуть не упал и не сдох, погодите. Ой, я зацепился за лестницу. Вот он остров, да, ты прав, Миша, это какая-то хуйня из вас торчит. Ща. Зацените. Вот. Земля! Старый служак. Бля, надеюсь, красные штуки не обозначают то, что там смертельно что-то появляться. Мне кажется, грот вижу. Это грот? Хуй туда завернем. Левее, алло, левее. Тормозите. Левее. Да, возьмите левее. Лево. Я не хочу убирать. Лево. Чёрт, я. Блядь, пиздец, ебались. Бизнес-корабль. Корабль поврежден, чтобы починить его, используйте доски. Все за досками. Бегом. И выруливайте это говно. Хорошо, что я знаю, где доски. Хорошо, что... Скажи всем остальным тоже, где они? Где доски? Здесь.
10. Так, хорошо, где чинить? Где чинить? Ебать, мой по колено в воде. Чини, блять. Я вычерпываю воду. Так. Это, по-моему, ничего не напоминает, у тебя не будет флешбеков, где ты говно вычерпываешь. Все, все вычерпали. Правильно. Вовка охуенно вычерпал, блин, там за троих вычерпал. Корпус для ремонта, нужны доски, у меня есть доски. А, вот как чинить. Охуенно, а чё скотч не нужен, да? Так, ребята... Мы хотя бы перестали врезаться, не уехали от острова, вот это все мы проконтролировали. Да, я понимаю, якорь, канал дальше. Погоди, мы приплыли куда дальше, блядь, стой, не улетели. Вообще там по-хорошему, по-нормальному подъехать надо. Окей. Только... Берегите уже черные. Не всраться бы еще разочек. Берегите черные, они были белые раньше, как розовые сосисочки. Что? Сейчас они грязные, грязюки всякие. Кто, кто, кто? Руки, руки. А, ну да. Ебать, вы зарядили ядрами каждую подпу, что ли? Да, идеальная команда. Да, вы помните, что этими ядрами спаренными надо хуярить по парусам? Большой молодец, мы едем на еще один остров, да? Приготовьтесь к еще одному столкновению. Ты хочешь вот, блядь, пройти между вот... Кто рулит? Какое блюдо? Кто это делает? Да, мы... На тоненького прошли, где ты прошли? Не прошли! Ловите пушки! Что-то я слышал, водичка где-то журчит. Ты чё мне играешь, блядь, хуёвую музыку? Ты не помогаешь. Нара, уйди. Нара, блядь, что ты смотришь, блядь? Почему я не вылезаю из стрима? Кто, блядь, уберите этого водителя? Вот, там какой-то форт находится. Там туземцы. Это, давайте, якорь. Я свинку вижу, свинку. Отлично. Давай трахай её, мужик. Все, дырки закрыты, вода вычерпана. Блять, так нам? Как вам саундтрек происходил? А все взяли по клетке, да? Да, так по нам стреляют, не знаю. Так, секундочку. А, это, блять... Ловите ядро! Разберите, чтобы пострелять им в ответочку, блять. Пострелять между нами. Дайте газу вперед, чтобы это попить. Какого газу? Высаживайте любителя. Якорь. Поднять паруса. Готовься сразу опустить его, якорь. Взрывным тоже быстрее бы его крутил, сука. Так, короче, я предлагаю прицепиться к острову. Сейчас прицеплюсь, погоди. Что мы делаем? Якорь. Все, мы хорошо припарковались. Да, разъявились. Ну и все. А не, нас подвинуло обратно. Потеряли бойца. Погоди. Ты свинку нашел. Погоди, они не стреляют по нам, все хорошо. Все, заебись. Курицы есть, вот красные и белые. Нам нужны какие, белые и коричневые, да? Красные. Мы бросили якорь, точно бросили? Рыжая и белая. Кто последний выходил с корабля? Я выхожу. Значит, я так, ты какой ловишь, рыжую или белую? В общем, рекомендую. Ты нахера их нарезаешь? Пошел вон, вредитель. Клеткой надо, блядь, собирать, алё. Покушать надо. Так, еще раз. У меня хп нихуя нет. Нам нужна белая и рябая рыжая курица. Так, ты похожа на рябую рыжую. Так, я поймал курицу. Стой, возьми ящик и стой. Это рыжая? Ты взял ящик, возьми ящик и стой. Ты взял? Ну все, я уже поймал. Вот ящик. Ящик возьми в руки. Зачем? Возьми. Окей. Двигайся. Нихуя себе! Ты чё? Это та курица или нет? Ты нахуй её выбросил? Ты её выбросил. На воде? Она в воде.
помощничек. Ловко. А вот форт до сих пор стреляет, блядь. Может, пойдем это? Так, а тут у нас еще одна клетка есть. Я пришел в форт и даю, хочу дать ему пизды. Как это башня стреляет, а не форт? Пошли пиздиться хуй-то. Так, давайте сначала куриц наловим. Значит, у нас есть раз курица. Найди на золу. Уже не хочешь пиздиться? Нам за это, блядь, больше, чем за курицу дали. Пацаны. А? Ящик сокровищ себе нашел. Да, мы заметили. И... Тебе не удастся скрысить, нас тут всех оповещает. Я поймал курицу. Подожди, то есть тебе написали, что ты забрал белую курицу. А вот когда я поймал, мне ничего не писали, правильно? Нет, мне ничего не писали. Хорошо, значит что? Значит, мне надо выходить и идти ловить другую курицу. Не-не-не, подожди, мне ничего не писали. И тогда, и сейчас. Вот, а я сейчас не написали, что кто-то поймал белую курицу. Сейчас. Блядь, не знаю. Пацаны, ящик сокровищ. Ебать, тут скелет! Тут скелет! У тебя пистолет есть, дурак. Доплывите до меня! А? Доплывите до меня! Нет. Слушай, давай. Декс там уже башню трахает. Как выглядит рябая рыжая курица? Это она или нет? Да я рядом с ним. Рябая... Короче, будем считать, что это рябая рыжая курица. Или нет? Загугли, на самом деле. Да. Чё, Дакс, тарбайный дел? Да, я что-то тут забрал какие-то из бочки. Теперь там... Короче, это же ящик с сокровищами. Да? Теперь мы там живем? Да. Тут уютно. Лучше, чем на корабле. Там пушка есть. Она может через скалу пробить? Тут есть. Три пушки и две бочки. Подожди, я тебя выебу. Бля, охуенный корабль, ЛГБТ-флаг так, блядь, просто развивается. А можете прочесть описание на английском, курицу? A chicken. Издеваешься? Цвет. Цвет какой? Цвет белый. А второй? Красный. Красный? Да. Серьезно? Ред? Ну, блять, он не красный. Почему у нас корабль двигается? Что? Какого хуя? Вы чё? Кто снял его с якоря? Да что, пепка. Охуенная игра. Может, его кто-то спиздил? Нет. Я на корабле. Пепка. Якорь, кстати, на месте. Он на месте. Никто не трогал. А, ну значит, попячило просто. Посуны, смотрите, какой ништяк у нас есть теперь. Ты можешь красную курицу поймать, ништяк? Там точно написано Red? Да. Вы форт обчистили? Все, я вижу красную курицу. Я не могу ни хера с ней сделать, потому что эта курица... Как выкнуть курицу из клетки? Смертная. Наверное, выстрелив в нее, будет нормально. Да, я думаю, да. Все, зажились. Теперь у меня есть просто клетка для кур. Погоди, раз на не убегай, ты у тебя тебя другая ждет, сука. Отойди, отойди от нее. Охуенно. Вот она. О, все, все, все. Все, мы надо заставлять теперь. Да, 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 да. Привез сообщение, да? Да. Так, ребят, я нашел бочку с порохом. Рябая, блять, рыжая, охуеть, переводчиков взвешивать за такой надо. Взвешивать? Может, вешать? Нет, взвешивать, они еще пригодятся. 80 килограмм весит, спасибо. Что? Смотри, как я могу. Вот это видели? Вот это видели? Это доллара. В этом форте был только ящик золота? Вы форт разграбили? Я нашел здесь ящик. Нас затапливают. Нас затапливают. Пиздец. Все, мы потонули почти. Так за что? У нас дно пробито или что? Ты черпывайте воду, придурки. Да на дне так. Да смотрят. Нас забавили. Так вот, смотрите, черпаем в трюме, быть в Брюлёвском море, не наоборот. То Вова пусть его черпает. Что вообще? Соседи будут заходить, так извините, может там воды. Хорошо. Хорошо. Я, кстати, охуеваю, каждый раз это столько вспоминаю, как ты говно черпал. Что?
Расскажешь нашим новым друзьям, как ты говно чекал? Нельзя. Ну, это, ну, знаете, доллары просто так не срабатываются. Понятно. Смотри, я сделал такую бочку. Как думаешь, она, ебать, вы что-то сделали? Кстати, насчет черпания говна. Вы девопс нашли, не? Нет. Так, скажите, последний был девопс, тоже черпание. А? Ух, нихуя, тут позолоченный кубок есть. Чего ты так медленно ходишь? Ты можешь бежать с ведром. Это очень смешно на самом деле, но это работает. Что, давай его вперёд по ложку, чтобы он не улетел, блядь, никуда. Так, давайте-ка найдем и заделаем. Ага, вот эта хуйня. И чё? А кто девопсит? Женя, что ли? Да, он задевопсился, у нас все работает. Где дырки? Он уходит через неделю. Давайте. Понимаете, ты уверен, что все работает? Да. Он даже как-то нашел твои хуевые решения, псевых. Что? Восточно? Опасность грозит нам стократ. Но парус наполнится ветром, попут. Вперед за добычей пера. Мы все это видим? Да. Старый служака. А что происходит? А какого хуя? Кто-то на карту встаньте, нам нужно вернуть куриц ебучих, я вас спрошу. Так, и нам нужно понять, куда это все отправится или что? Да, я вспомню, блядь, так уже. Поднимите вверх. Ну, по-моему, у нас даже есть этот, как его. Человек умеющий рулить, да, это я, погнали. Кукарику, блядь, так. Сука, где у нас будет эфира теперь, по-моему? Понимаете, что у нас есть целый ебучий галеон, а мы его используем до 32 куриц. Более того, мы с нами хловим. Огромные мужики, чем вы занимаетесь? Мы точно пираты? До того, как я стал пиратом, я делал кукурику. Что? Что? Я ловил курицу. Да, то есть... Я сказал кукурику, я имел в виду куда. Гей-флаг такой поднимается. Без черепа. Гей-флаг единственный, кто, блядь, прекрасен. Ребята, я не могу повернуть такой скорости. А все нормально. Хорошо, а куда мы поем? Не, оборачивай. Ой, а нам бы повернуть, по-моему. А куда ты нахер плывешь? Там завеса тьмы. Там конец света, там горизонт, Миша, не плывем горизонт. Я не плывем вперед. Нам надо даже развернуться сейчас. Я пытаюсь. Мы хорошо идем, на самом деле, разворачиваемся нормальненько. Я лезу наверх. Так, а куда мы плывем еще разочек? Компас не работает, отойди, пожалуйста, ты закрыл компас. Фортпост, стальной зуб мы плывем, да? У тебя работает? Да. Нет. Плыви. Пока что прямо. Погоди, там море светится под нами. Так, фортпост, стальной зуб, все, я понял. Якорь, там море под нами светится, опусти якорь. Прекрати так делать. Хорошо плыли же, ну. Где под нами светится? Опусти. Где море светится? Нет, не показалось, по-моему. Не, нормально плыву? Все скажешь? Да, вот сейчас прямо. Вот прям... Прямо-прямо. Да. Да, отлично, идеально. Сейчас пройдем остров, возьмешь чуть левее. Сиди, пожалуйста. Что там происходит? Он стал перед тобой играть на волну. А че он один-то играет? У нас же компания есть, погоди. Я могу подвинуться чуть-чуть. А, черт, барабан уже есть. А кто рулит? Кстати, смотри, позолоченная палка, это значит вырублен руль. Видишь? За что ты? Я не знал. Тебе там часа два назад причём. Где Вовка? Подожди, мы что, забыли его? Да, раз. Я сверху играю на пипяке. А, вижу, да. Я плохо слышу там просто. Миша, возьми чуть-чуть левее. Если это не повредит нашему кораблю, конечно. Я бы сказал градусов на 25 влево. Песня закончилась. Хорошо. Еще.
Подруливай, подруливай. Я подруливаю. Чем мы так медленно идем? Ну ладно, окей. Блять, двигатель выключили, не боил ты, что ли? Готово, готово, все нормально, нормально, все хорошо. Да что, мы против ветра идем. Серьезно? Ну тогда давай. Ой, да, действительно. А какого хуя? Миш, ну ты же видел, что ты поворачиваешь на скалу. Я не вижу нихуя, чтоб ты понял. Хорошо, возьми правее градусов на 15. Как 15 градусов выглядит, кстати? Представь, что ты в центре огромного транспортира. Все, смотри. Нормально? Да, хорошо. Должно пойти, и вроде ветер должен быть норм. Понятно, что боковой ветер сносит тоже. Он идет против нас. Все нормально. Он не толкнет нас по скалы. Тут передний этот поднял. Че, мы разогнались уже, нет? Какой справа закат охуенно. Это что, корабль там лежит? Это что, вышка? Это моя? Что? Форт с вышкой. Левее брать? Форт. Вот. Да, слева. Да, вот наш остров, ты его видишь слева. Смотри, там налево форт, градусов на 30. Там тучка в форме корабля, видишь? Где? Так точно. А, да, точно. Я видел тучку в форме скелета. Я с тоже. Да, вот это вот. Походу все тучки мемные. Ну нет, не все. Так, нужно довернуть все парусами по максималке направо. Ага, и так по максималке, да? Сейчас мы упадем, блядь, на бок. Все нормально. Та-та-ра-та-та-ра. Как ты танцуешь, сволочь? Я толстый. Как? Я толстый. Нет. Толстые танцуют сами себе. А. Ты тоже. Красивая водичка. Как же я ублюдочно выгляжу. Это правда. Это прикро. Я, короче, смотрю, слышь, Вовка, у меня направлена вот эта вот палка ровно. И ты такой спускаешься такой прям на эту палку, блядь, жопой. Где мой роб? Время бухнуть перед выходом в порт. Так сказать, разминка. Что-то мы совсем скорость потеряли. У нас вялые паруса, господа. Снимите парусов. Импотентные. Я коннекчусь. Ой, а слушайте, все нормально. Готовьте якорь. Это что за хуйня такая? Ну-ка быстро. Якорь, готовьте. Блять. Якорь. Пускаем. Готов? Нам пизда. Давай якорь. Я дал. Приготовьте бежать вниз. Снимайте паруса, во-первых. Я, ну, практически. Даже не слышу, или что-то горит реально? Поднимайте паруса, пожалуйста. Пусть не спускайте. Да, не спускайте. Вот. Все нормально? Даже пробоин нет? Серьезно? Да? Посмотри еще раз, в предыдущий раз тоже пробоя не было, мы чуть не потонули. Нет, все четко. Ну все, тогда в капитанскую кабину за петухами. Да. Господи, наконец-то. И это что такое вообще? Нихуя ты проканулся. Бля, там реально красная курица, она, блядь, реально красная. Смотри, даже можно не прыгать. Я тебе о чем говорю. Курица на меня смотрит так, типа, ты ебанутый, куда ты меня тащишь? Галеон, закрой свою пасть. Типа. Каюнская капитан. Да, каюте было хорошо. Кому сдаем-то? Баба. Наверное, той, которая нам клетки выдала. Мы просто на парковке уровень Б, а там на парковке уровня А. Василевс, веди нас. Василевс. Добрый путь, Василевс. Доставлено. О, да. Получено достижение, меня не интересует. Вот. Подожди, тут может там сокровище стать. Слушайте, ну неплохо для первого раза. Чё, титры сейчас будут? Чё, сука, это даже...
Блять, как-то обидно сейчас было. Столько страданий, блять. Прикинь, если это все... Молодцы, привезли курицу на Галеоне, молодцы. Ну, я вижу, как хлопаешь такой, типа. Ого, репутация возросла. Нигерша смотрит, откуда вы вообще взяли Галеон, блядь, дебилы ебаные. Жрёт нас, блядь. Куда сокращается? Мама подарила. Мама подарила на 18-летие Галеон, да. Слушай, я здесь хочу очень органично впишусь, если мне еще шляпу для мелочи бросить. Встать надо по-нормальному. Смотри, поищи сверкающего золота. Погоди. Кому сдать сокровища, ребята? Нам надо сокровища отдать, блядь, я ненавижу сокровища. Попадайте на пропитание. Я ездил на Галеоне, возил куриц, а потом мне попала стрела в колено. Где моя трубка мира? А я могу теперь помазать кипал грязью за деньги, которые заработал на этом месте. Ты просто как свинья развалился здесь. Я культурно сидел и просил милостыню. Ты просто жирная напившаяся свинья. Что ты себе позволяешь? Встань немедленно. Ты позоришь честь нашего Галеона имени трех куриц. Ты позоришь что? Это монолог. Ты можешь вставить свои 2 копейки. 2 копейки. Или 15 тысяч. О, нет, кстати. По починкам легко принять. Слышите? Ты представляешь, что когда тупят корабль, ты такой... Ну да, очень жаль, но ничего страшного, можете купить новый корабль. За 15 тысяч. Алло, мам. Мам. Ну, мне надо денег. Все там нормально, посмотрите на эту акробата. Клево. Как ты висишь? Ты, блядь... Алло, здравствуйте, вы нарушили закон физики. Да это как его, полданс или как там называется? Полупоппер. Заебись, даже я уместился на бочке. Блять, куда отнести сокровище? Алло. И к этому мужику можно на стол залезть? Нет, он за это наказывает обычно. Серьезно? Нет. Это вообще-то не мужик, кстати. Пиздец, ты этот, как там они говорят. Ты знаешь, на полках, блядь. О, бля, кстати, охуенная тут смена дня. Так, что там, будем сегодня еще делать? Давайте еще одну хуйню сделаем и... Давайте. Разойдемся. Как в море корабли. Можно банить за эту фразу. Хорошо. Не, ну я пока мое впечатление, это, конечно, очень хорошо и душевно, но основная механика это попробовать. Не-не-не-не, мы еще даже не приблизились к основной механике. Там же сражение, захват, вот это все говно. Да. Мы сейчас занимаемся мирным фармингом. Дрочильня, да. Да. Вот что мы делаем. Вот и все. О, кстати, Миш. А ты, кстати, ты Жене, ты веришь? А? Это что за хуйня сейчас была? Жене, ты веришь? Ты что, пидор? Женю вижу. Не, веришь, ты, говорю ему. Что, что? Ну, он сказал, что типа я все через жопу сделал. Ну там разъебывало несколько раз, так что возможно, да. Но я не знаю, разъебывало, да. И он ругался, как пошел, почему разъебывало. Ну просто потому что... Ладно, забей. В общем, на самом деле он дебил. А? На самом деле он дебил. Если тебе интересно, почему, я могу тебе основательно это подобрать. Я хочу сделать ставки и посмотреть, как вы деретесь. Нет. Ну ладно. Просто я ожидал твои предъявы. Ты что, лежишь на якоре? Свинья? А? Смотри, свинья на якоре лежит. Что? А давай попробуем повращать. Бля, охуенно, а можно... Я могу... Он вращается, да? Не помогаешь. Так вы видите, что там маленький хуйненький чувак крутит двух жрабасов, ходил с ними. Как мужик был генералом, вернил. Подожди, не понимай. Где сокровище ящик? Да можно быстро сейчас отпустить, да? Окей,
Слушай, я пойду дам сокровища в торговую компанию. Надеюсь, я тебя сейчас выстрелю из пушки. Не надо. Что я еще пойду в воду. А я на корабле окажусь. Ты мудак? Опасно. А если я лягу на пушку, ты выстрелишь? А вот это хороший вопрос. А вот это жить. Получается? Ну, мне кажется, ты запрыгиваешь и просто серфишь по ней. Давайте запрыгнешь, я может выстрелю, когда серфить будешь. Нет, надо. Может быть, ты встанешь перед пушкой и я выстрелю? У меня даже есть место, где ты можешь встать. Вот здесь вот. Встань вот здесь на пристани. Где? Вот тут на пристани. Видишь, пушка сюда может дотянуться. Вовка, в сокровищнике... Какие сокровищники по два было? Тебя отбросил? У тебя хп сколько? По-моему, не убавлялось. Не убавлялось? В сундуке с сокровищами только два сокровища было. А какого хера мы отплываем? Может, Мишу подождем? Вова. Мы уплываем. Сокровищем бежал, сокровищем. Вова. Нет сокровища никакого. Ты нашел сундук с сокровищами. У меня в руках, блядь, сколько там лежал изначально его. Да, да. Кому-нибудь он нужен, блядь, в этом селе? Да, мне нужен. Я хочу его купить. Какого хуя наш корабль делает буль-буль-буль и уплывает? Паруса поднято. Чё, блядь, какого? Слушай, есть какие-то бой с бедной командой корабля «Госпожа Ночи»? Мне кажется, вот это нам нужно. Давай еще раз. Нам надо пиздиться с кораблем, с которым скелеты плавают, блядь. Я готов. Я тебе с собаки готов, подожди. Сундук продать. Я, блядь, менеджер по продажам, подожди. Кусок говна вонючего. Давайте к терминологии будем на ней общаться. Ты открой, сундук нет? Отдать докеры. Поднять кубернетус. Куда ты спиздил, блядь, верни. Как клетку открыть, вы все-таки поняли? Какую? Снизу, которая? Внизу, да. Мне кажется, она должна быть типа, ну, под управлением капитана или типа того. Нет, туда через эскейп голосуй, чтобы убрали нахуй. Угу. Ну и крю. Давайте меня посадим. Голосуйте, давайте. А плетки нести? Выпустите меня, пожалуйста. Так, блядь. Пожалуйста. Серьезно, я не знаю, что с сокровищами делать. Давай их несем обратно. Ладно, ставим их в корабле. Я хуй знаю, бельон останется или нет. Управление экипажем. Проголосовать за изменение принципа набора. Позволить друзьям присоединиться. Команда. Управление питомцами. О, вот и ты. Проголосовать. Можно затопить корабль. Такс. Голосовать за голосовать за затопление. Да. Все, я проголосовал. Я нашел за РСН проголосовать за заключение в карцер. Не РСН, а GoProdox, блять. Почему мы вдруг корабль, блять, куда-то тут плыли? Это кто спиздился? Ага, Вовка спиздил. Все, пойдем. Все, ты попал в этот внутрь? Кто еще не проголосовал? Я нет. РСН еще, наверное, не проголосовал. Нажимаешь команда, там выбираешь GoProdox. О, Миш. Проголосовать за заключение в конце карцер. Проголосуйте, пожалуйста. Ну, сколько-то процентов купить суммарно. В смысле? Сколько денег? Да. Ой, блядь, я хуй знаю, там что-то несколько миллионов. Его? Чисто банку? Да. Нахуй. Я там, по-моему, вообще только с этой, типа... Я, по-моему, сейчас сколько процентов ночью вообще? 4 миллиона, что ли? Мама. Голосуйте за меня. А ты что мне сделаешь тогда? Один из трех голосов, алло. Не понял. Или нет? Команда. Нет, я не вижу. Будешь любить? Такс. Ладно. Ты мне уже нравишься, ты жирный, такой же, как и я. Голосуй. Почему я не в клетке еще? Может, тебе надо до нее дойти? Д-
да. Там ничего не происходит. Это у пацана правильная цель. Часами сидеть в клетке и блядь, орать. А что, наколки у него уже есть? Криминальное прошлое сразу видно по шрамам. Миссию сделал, да. Ну и чё? Погодите. Ну все проголосовали или нет? Кто ещё не проголосовал? Сколько написано голосов? У кого-то пишется? Ну, если у вас пишется. О, великий Псайдак, вот, держи мою золотую пиписю. Давай с трех проголосовали за исключение, кто-то не проголосовал. Да. Рецен, проголосуй, пожалуйста. Где? А где голосовать? Если ты нажимаешь, команда. Escape. Сама первая. А, это через Escape делается? Да, да, и да, там да. Нажать Yes надо. И что надо сделать? Выбираешь первый пункт, выбираешь, чувак, ник, код продакт. Майкру, меня, и там все. О, да. Ну, да. Все? А ты да. Где? А где он? Телепортировался. Так в клетке тебя нет. А, что? Вот ты появился. А теперь давайте затопим немножко корабль. Теперь он спит, блядь, день. Это правильный человек. Учите оттуда, чтобы работал. Нет, давай сначала посмотрим, утонет он под водой или нет. Ваш товарищ обязан сидеть. Прежде чем он попадется. Ладно, я не против. Пока, придурок. Проголосовать за заключение. О, подожди, можем кого-то еще в карцер отправить? Давай, Миш, отправим в карцер. Так, свою бомбу. Блять, мог бы предупредить. Я не знал, что... Ёб твою мать, у меня половины хп нет. Я горю. Я умер. А ты в курсе, что у нас что-то подтекает? А мы хотели проверить кое-что. Блять, на пизда. Нет, я сейчас все залатаю. Говнатый кусок. Да я эту бомбу нашел, я ебал, что ли, что он ебнет. О, говно вычерпывать! Это я люблю. Кстати, ты освободился? Ты как-то умер, ты освободился или что? Ты где там вообще? Ты, блядь, на Галеоне призрачном? Вычерпывать говно, блядь. Это как все. Да. Ты на Галеоне призрачном? Ты в Галеоне там? Да, душу выстретил. Театр, блядь, слушайте. Хорошо. Театр вычерпывания. Блять, охуенно, мы же на миссию хотели, что это за хуйня вообще? Иди в капитанской хуйне. В капитанской залупе делай её. Сейчас, подожди, из ГУЛАГа вдруг вернётся, всё, вернулся. Пойдём. Втыкай ножик ебучий. Всё. Гр-гр. Госпожа ножик. Ребят, нам нужны все, кто может что-то делать. На жарабас в клетке спит. Бля, чё? Опять? Кто его туда пустил? Блять, проголосуйте, чтобы он работал. Можно? Тут же команда. Освобождение. Да, давай. Сейчас все быстренько найдут, да? Раз, два. Слушай. Недавно видели на острове логово негодяев одного. Второй. Смотрите, теперь у нас есть World to Release from the Brick. Давайте. Пальма пирата? Да, все, освободили. Пальма пирата и еще какая-то залупа. Ты, кстати, чивку не получил, Дакс? Никакую? Нет. Потому что мы его убили. Бля, процессе, я наверное. Я тебя покушаю. Миша ебнутый, блядь, наглухо. Дебил. Да, кстати говоря. Можно подумать. Да нахуя тут думать, блядь, мы пираты. Я кстати, продукты кончились из-за тебя. Урод тупой, блядь, пиздец. Вот здесь вот лежат, я набрал дохуя бананов. Где? Смотрите, вот где я, смотрите, где. Вообще-то тут бухальня есть. Да. Как брать не все бананы? Как брать? Смотрите на меня. Кто? Я сейчас выжру всю бухальню. Ты чё, пидор? А ну-ка отойди. Не можешь. Нужна кружка, срочно нужна кружка. Давай попросим. Еще бухальню. Давай взорву, блядь. Третья кружка пошла. Почему же вы суицидники-то такие? Четвертая кружка пошла. Я на корабле суицидник. А ты решил здесь поспать, охуенное место. А, я упал в воду. А как меня шатает? Смотрите на меня, пожалуйста. А знаете, почему я упал в воду? Потому что я пьяный и вышел на этот нос.
Что ж, это логично. И лично. Давай, нам надо остров... Кто-нибудь станет за карту, пожалуйста? Я уже, блядь, не могу играть. Так. Я подниму. Давай сначала поднимем... Остров Пальма Пирата. Давай, выйдем в море, там посмотрим. Остров Пальма Пирата. Хорошо, я сейчас найду. Я сейчас тебя найду. Не найдешь. Где? Выходи, блядь. Как еще раз называется? Пальма Пирата? Остров Пальма Пирата. И второй еще есть. На Е, блядь, нажми, хули я тебе объясняю. У тебя там слово уже написано. Я тут все заблевываю. Почему мы врезались во что-то? Я всю нижнюю палубу обливал, охуенно. А почему я в блевотине? Ты больной ублюдок. Какого хуя происходит? Ты что, я... Пиздец, вытрите меня кто-нибудь. Сам вы. Я кайфую, блядь. А, я слышу звуки пробоины. Да. Пойдем посмотрим. Да, это да, она. Да, у нас еще выше уровнем есть пробоина. Серьезно? Да. Это все ты и твои бочки. Да это, блядь, жирный, там лег не туда и проломил нахуй корпус. Где ты здесь нашел еще пробоину? Посуда. Ой, кажется, я нашел. Видишь, две. На самом деле туда пенис обычно засовывают. Прекрати. Там баба появляется. Так, ну че? Куда плыть-то? Алло. О, у нас есть арсенал, народ. У нас здесь есть снайперская винтовка. Куда мы плывем? Я плыву вперед, и плохая музыка играет. Кто там мне карту отобрал? Говорите, куда мы плывем. Блядь. За нами плывет какая-то хуйня. Плывем вперед. Где? Я нажрался, я не могу ничего делать. Где хуйня? Там чудище, вон сзади, блядь, у нас огромная хуйня какая-то. Это акула. Гарпуны, приготовить гарпуны. Какие гарпуны, блядь? У нас на передней... Кто-то на камне блюет. Правый борт. Борт. Приготовьтесь подворачивать корабль. Ищите, где эта хуйня. Справа, слева. Какого хера нас так подкидывает? Чё, мы оторвались. Серьезно? Нет. Зачем? Да. Ну, он сам. Поливал вообще все. Сколько баллов? Как называется по-английски остров? Ice Island. Е нажми, блядь, дура. Е, у меня какие-то там задания на убийство. Так они нам нужны, но не тупи ты, блядь. Какой, первый или второй? Злобный скелет пёски на вид и после смерти свои тайны хранит. Первый, второй. Нам нужно логово негодяя. Один это Скорый Айли, а второй это... О, нет, это что за звуки? Где оно? Пикарон, правый борт, вставай. Приготовились. Притягиваю его. Готово, поймал. Все, на огонь. Куда ты его поймал? На гарпун поймал. Да хуя ты его притягиваешь. Подожди. Их, блядь, потому что не лечит, да, блядь, нахуй. Сейчас мы его поймаем. Вот так я на поколе. Стреляйте вы. Вот я ну. Ты, блядь, где? Вы это что, на китов никогда не охотились? Чего? Бобби Дик? Че, давайте, я говорю, куда плыть. А почему мы на один бок кренимся? А на другой нет. Надо еще правее развернуться. Поворачиваю. Пушки заряжаем. О, да. Ой, багованный компас, блять, когда не пачкают все. Направо, дрова. Миша, направо. Миша не за рулем. Миша пушки заряжает. Кто за рулем? Направо. Чтобы была безопасность, я разряжаю пушки. В смысле? Блин, солнце здесь прикольное. А знаешь, что не прикольно? Че, твоя мама? Нет, твоя мама. Завтра работать надо. Давайте быстрее убьем уже кого-нибудь. Чё направо? Куда ты пошел? Ты трезв? Чё? Хули ты там стоишь? Ты что? У нас котик, у нас официально котик на корабле. Жирный. И он с хуя попал. Офигенный кратер. Так чё, мы нашли остров, куда мы плывем? Нет? Да, направо, надо ещё поворачивать. А какого хуя здесь так натыкано? Нет, серьезно, зачем вы столько точек понаставили, которые из них нашли? Да мне.
Направо поворачивай. Нет, короче, рулите сами. Ты поворачиваешь? Я поворачиваю. Просто поверни, еще прям сильно просто поворачивай. Поворачивай. Остаток основного долга 2 миллиона 700 тысяч. Все. Это... Почти все. Это... Почти это... прям все, выравнивай. Все, сейчас прямо. Скорее всего, пацаны. Прямо. Нет, скорее всего, это именно... Короче, я наделал скриншоты, все, у меня все есть. Все, не надо, больше поворачивать. Ух, водичка такая классная. Да, слушай, основной долг 2800, чисто процент. Почему ты смотришь на это? Чисто, что мы должен банку. Ебать. Это мой долг. 3 миллиона. Почти. Это именно процент? Да-да. Ебать, а сколько у тебя был это, первоначальный взнос, что так выходил? Что-то там около 30%. Нормально. Качество частиц проклятое, обычное. Лупа, ну что, 3 дня мы, да? Да. Там ты сначала платишь причем проценты, а достаточно платежи идут в оплату именно квартиры. Нет, кстати, стройка все нормально, это все говно с коронавирусом не замедлил процесс? Второй-то стройка замедлил, наверное. Я думаю, замедлил. Блять. Дайте ходу. Дайте ходу. Остров вот чуть правее надо. Давай. Чуть правее, на 20 градусов. Миша, ты этот... Сзади нас хуйня. Ой, блядь, она приближается. Ой, быстренько, встать, бежать. Где мои притягивательные пушки? Я на нее прыгну и буду ее резать сверху. Погоди, ты шутишь, все, нашел, вижу ее. По левому борту. Штурвал, у кого штурвал? Держите штурвал. Ой, хуйня с ушами. Я за штурвал. Кажется, я поймал ее. Правее, дай. Бля, я не могу стрелять с такого радиуса. Все, кажется, поймал. Нет, в этот раз не поймал. Она идет на нас, и я не могу ничего. Все, попал. Из пушки в ебольник. Все, давай, огонь. Где у нас там? У меня оружие. Иду на пушку нацелиться. Ты что делаешь? Ты зачем туда прыгнул? Больник. Ебать. Меня из этой... выквакала, блядь. С корабля выквакала. Сначала ловите ее этой хуйней, потом уже прикрепленную расстреливайте. Да хуй? Меня, блядь, это... Я ей прям ебасосину дал, клянусь. А почему ты прошла сквозь наш корабль? Она пошла в бок. Меня и просто нахуй вылет... Я вылетел из корабля, лол. Да, я видел. Она не просто так прошла. У нас мы не тонем, нет? Проверьте, пожалуйста. Мы очень сильно тонем. Начинайте вычерпывать, пожалуйста. Черпать мой стиль жизни. Это плохо, да, это очень плохо. Все ремонтируйте. Какого хуя? Давайте, откачивайте нас. Так, мы откачиваем, а там кто-то должен ремонтировать. Мы тонем, блядь, это пизда. Кажется, все. Можно пустить паруса? На пизда. На пизда официально. Все. В восторге. Как говорил капитан Джек Воробей, чтобы попасть на другую сторону, нужно перевернуть корабль. Его поставил на якорь корабль, так что мы даже, сука, целиться не могли в эту хуйню. Нам надо было по кругу крутиться. Куда ты плывешь, блядь? Дурак, ты, блядь. Все, это конец? Мы все мертвы, блядь. Вот так вот мы конец. Акула сдохла, кстати, поздравляем, мы ее убили хотя бы. Ебальник выстрелил с пушки. Алло. Я жив. Чтобы вернуться на корабль, найдите русалку и пообщайтесь с ней. Я нашел русалку. Подожди, это акула, я нашла. И что будет? Акула жива, блять, и она на меня смотрит. Я нашел русалку, пообщался, вот наш галеон, все нормально. Какой галеон, блять, Мы походу отреспаунились, да. Море, блять, сука. Бля, я думал, это совсем конец, мы сейчас будем типа умирать от обезвоживания, там всякие ужасы нам будут. Мы, кстати, красиво утонули, мне понравилось. Я в море, сука, какого хуя в море, блядь, нахуй. Слушайте, ну, кажется, мы избавились от слабого звена. Отселивайте. А можем проголосовать, чтобы в трюм его, и в трюм телепортирует Мишу. Кстати, нормальная тема. Нет, как ты в трюм телепортировался? Голосуем? Давай. Как ты в трюм телепортировался? Как ты к друзьям телепортировался? Я нашел русалку. Все, телепортируйте в трюм. Трюм его. Как кто опять блеванул на меня? Я не вижу.
Подожди, не телепортируйте меня, здесь наши вещи лежат, здесь сокровища наши. Как лицо протирать? Я не знаю, это очень неприятно. Пожалуйста, не бредите больше на меня. Алло, вы не взяли вещи наши ебучие? Нахер нам вещи? Русалка сказала, здесь будет жребись, я ей поверил. Ты меня слышишь? Это сокровище, блядь, вы ебаные дураки. Это не русалка, это русал. Слушай, ну какая разница, если миленький? А, нет, нет. Нельзя, нельзя, столько может без нихуя попасть на корабль. А я, кстати говоря, что-то вижу, там валяется у нас на острове, это что такое? Ребят, у меня хорошая новость. Ящик с боеприпасами, 50 на 50. У меня хорошая новость для вас, ребят. Ну? Да. Компас у штурвала заработал, посмотрите, пожалуйста. А, то есть нам вот так починили, да, его? Да. Возьмите вещи с острова разные. Да. Куда их загружать, я не понимаю. Да кидай сначала в капитанскую, у нас там в мусорку. Нет. У нас есть ящики, у нас есть тюрьмы ящики. Нет, за капитанской, по-моему, она ближе находится. Да, она ближе, очень удобно туда класть все. У нас есть тюрьмы ящики по тематически. Ну, можно сделать тематический ящик в капитанской. Да. По левой стеночке будет одно лежать, по правой другое. А все равно никогда никого нет. Пожалуйста, научите. Бомжи тупые. Я, кстати, проголосовал за твое заключение. Почему ты сидишь в клетке? Он, блядь, воняет после тебя. Я не прошел. Ну ты. Хотя в это я не поверю. Так, в этих штуках все. Да, тут, походу, больше нет. То есть у нас, короче, есть только боеприпасы, в принципе, и немножко еды нам дали. Вот и все. Я думаю, это голодное мы не уберем. Всегда можно съесть какого-то жирного, да? Я именно пойду. А? А? Давайте, я буду говорить, куда ходить. Давайте не больше не будем кидать якорь во время боя с чудовищем. Не, ну водичка очень красивая. А еще после того, как он нас вскроет еще раз, мы быстренько ринемся вниз и починим себя, хотя бы кто-то. Но вот это вот отражение света, вот эти все шейдеры, они, конечно, до Red Dead Redemption не дотягивают, ха-ха-ха. Слушай, я не знаю, я не играл в Red Dead Redemption. Могло негодяев, давайте. Мне очень хорошо. Давайте, компас у штурвала работает, я могу слушать. Я у карты. Я могу слушать, в какую сторону нам двигаться. Думаешь, компас тебе скажет, да? Ну давай, что говорит компас, а? Логово. А где мы вообще, Миш? Негодяев. Нашел. Так, нам нужно на Е. На восток. Хорошо. Налево поставь поворот. Метку, Миш. Левой клавишей мыши. И что она, блядь, как ты? Вот что я поставил? Там что, туча видит в метке? Кстати, надо проверить. Я только остальные убери, пожалуйста. Посмотри, где у нас еще такие метки, и выбирай их хуя. Я нихуя метку не вижу, я просто поворачиваю на восток. Да, это метка. Что? Над островом? Туча, корабль — это метка. Алло, так понятно, почему в шторм попали. Проверили. Он вот сейчас прямо перед вами туча там огромная, да? А нет, погоди. Нет. Нет, все правильно, прямо плыви. Не-не, прямо, да. Нет, туалет отойду. Давай, там это, меня бухой псайдак, блядь, на штурвале лежит. Нет, это не метка. Правее. Я беру правее. Правее градусов на 15. Хорошо. Даже на все 25. Хорошо. Все, уравни. Да, хорошо, все, изи. Я понимаю, что это 25 градусов от того, где... Ты просто выравнивай, потому что он по инерции дальше поворачивает. Не, я знаю, что здесь это есть проблемы с этим. Но очевидно. Ничего не знаю, что ты говоришь. Пашки думаешь, что болит с аэродинамикой уровня. Понял? Не выровнял нихуя. Блять. Почему он вот так вот, видишь, у тебя... Не-не, он сейчас идеально идет прямо, что ты хочешь? Видишь золотой дилдак? Вова. Да, красивый хуй. Нет, вот это вот, у тебя на руле. Эта штука означает, что ты плывешь прямо. А какой? Видишь, у меня ручка золотая, видишь? А чего здесь жирное тело опять все заградило? Видишь, ручка золотая, на самом верху. Оскормленные пираты. А, и чё? Это вперед, значит. А-а, прикол. Так, а мы туда не плывем вообще? Я забыл. Мы прямо идем сейчас, все нормально. Да, нам мы прямо на остров куда-то идем.
Блинский, как же офигенно все это выглядит. Дай-ка я сфоткаю еще отсюда. Да, кстати, вот это очень красиво. Вода, наверное, даже красивее, чем в Red Dead Redemption. Пальма пирата, да, это оно. А кто за рулем? Что? Так, ты здесь, я здесь, а кто за прилавком? Никто. Ну-ка, встань еще раз по-геройски. Россиян, повернись. А, вот так, хорошо. Ну, по крайней мере... Да, вот так вот. А, все, фото на память, на море съездил. Погоди. Иди сюда. Еще раз фотка. Подожди. Вам надо вместе в поездку поехать, я там вижу. Подожди, вот так вот сейчас я присяду. Нельзя, да? Ну ладно. Вот так вот, правило золотой середины. Все, идеально. Посмотришь у меня в стиме. Прекрати уже махать. Чуть правее дайте. Давайте попробуем найти что-нибудь. Чуть правее дайте. Разделимся и поищем. Ага. Что это за херня, Миш? Готовься. Левей. Да нормально, идем, что-то. Ну ты видишь, куда плывешь? Блять, да почему ты здесь стоишь? А кто за штурвалом? Эрламен. О, логово негодяев. Моя остановочка. За поворотом установите, пожалуйста. А давайте-ка... Направо, быстро направо, резко направо, сука. На, пизда. Приготовьте ведра. Какого хуя, блядь? Так, смотри, кто стоял за рулем. Это был не Миша. Все, пизда тебе. Нет, потому что я не стоял за рулем, блядь. Куда мне говорили, я туда и приехал. Сюрприз передали. Вот я и рулил. Черпать, где дырка? Где дырка? Я залутал. Точно? Хуёчно. Пошли. Хера ты не залутал. Кстати, удобно, смотри. Мы прям въебались в скалу, можно сюда выпрыгнуть. То есть так мы будем пропарковаться, да, в будущем? Хорошо, я понял. А, там дохуя скелетов идете? Дакс, ты с нами? Он спит. Он писать пошел? Подожди. Как, якорь точно бросили? Ты почему с доской вышел, блядь? Положи доску обратно. Ты ее будешь, блядь, как хороший использовать, бомж. Есть оружие. Не выброси, слушайте. Под якорем или нет? Как понять, у нас якорь или нет? Поставил я. Пошли. Там если что, бомж контролит. Одиночка будет контролить это все. Стой, блядь. Все, пойдем эту бочку, уходим. А мы спиздили ящик с патронами, нет? Который? Ебать. Ну, у меня патронов на пушку нет. А, да, у нас есть, они в помоечной лежат. Не, а помоечная это где? Капитанская. А-а-а. Ну как помоечная? То и так, место... Подожди! Не а нам же знаешь, что еще надо, короче? Нужна еще карта и искать сокровища. Ну, кстати, дохуя вещей разных. А почему я не сражаюсь с секретным, кто-нибудь объяснит? Не знаю. А, смотри, ящик. Да. О, ящик с пунктами. 36! Сражайся со скелетами. И победим. Алло, ребята, вы не подойдете к нам? А? Пуль их так много. Это кто вообще, чтобы тебе, блядь, помогать, урод? Что-то это твой босс. Ой, слушай, вообще-то босс вылез реально. Да. О-оу, чик-чик-чик-чик. И Дейл. Разваливаю на расстоянии. Да хватит уже лезть под мои пули. Кстати, у вас есть сильная атака. Можно зарядить саблю и делать вот так вот. Возьмите ящик с фруктами, ребят. Там реально просто куча еды, блять. Я его отнесу на корабль. Мне кажется, это даже лучше, чем ящик с едой, это лучше, чем ящик с золотом. Бля, охуенно. Может, золото очень плохо отживает? Не, вот эта механика отнести на корабль, блин, вот это все, это охуенно. Тут еще есть доски. Начинайте. Еще есть доски, возьмите доски кто-нибудь.
дальнем углу острова. Кто-нибудь будет искать еще сокровища? Ты мое сокровище, главное. Прекрати. Да ладно, я шутил. Ну вот уже другое дело. Давай еще позови меня как-нибудь, и все нормально будет. Соус. Блять. А, да, я вспомнил. Ладно, похуй, Миш. Миша, я вспомнил, почему. Так, я не могу унести все. Здесь очень много всякого. О, здоров. Тут еще доска, короче, есть как минимум. Блять, Борис Петров, тут и пройти. Так, и здесь еще доска лежит, и вот здесь еще доски лежат. Давайте, с нашими умением парковаться, доски это то, что нам нужно. Да, кстати. А как залезть обратно на корабль? Пишешь воду? Да ты шутишь, что ли? Псайдак скопает, блять, хуй пойми что, хуй пойми где. Пожалуйста, посмотри, кто это. Я так же сделал, когда я нашел лопату. А почему икс нашел на полу? Да псайдаксу, походу, по кайфу просто чуть копать. Псайдакс. Мне нравится, что под водой музыка играет, просто другой звук под водой. Это было сделано специально, это было сделано хорошо. То есть здесь на самом деле аркадные элементы, то есть отношение аркады к такой легкой симуляторной механике очень правильно сделано, это не напрягает. В отличие на самом деле от того же Black Wake, блядь. Блэквейк, то есть, типа, не надо тащить 50 ведер воды, потому что выглядит как 50 ведер воды. И вообще механики, типа, управления кораблем, когда ты, типа, управляешь им не как единым целым, а, типа, там чуваки управляют, здесь сделано намного лучше, я считаю. Аркадно и хорошо. И на самом деле душой, то есть... Блять, я все еще не могу тащить все доски. Банально всякие мелочи, как звонить в колокол. Словом говоря, нахуя оно, но весело. Вообще-то команда может, знаешь, не сидеть в Дискорде в одном. Нет, обычно команда, если на PC, то она сидит в одном Дискорде. Да и уж прости. Но представь, что нет. Да, зачем? Не представлю. Я также могу представить, что в России не Путин управляет, но зачем? Нет, ну совсем-то фантазировать не надо. Это хорошо, да. Что я переложу все ящики в провизию. Все из ящика. Что я так понял, что ящик пропадает. Когда тонешь. Походу диспауна на корабле нет. И это я подметил. Чего нет диспауна? Мы когда выйдем на корабль, нас поддерживаешь, да? Нет, это да. Я имею в виду, в рамках одной сессии диспауна на корабле нет. Поэтому нам что-то надо делать с тем дерьмом, которое мы налутили. В рамках одной сессии. Подожди. Там же. Как же это, блядь, называется? Не, ну все пропадет, когда мы выйдем. А вообще-то да, логично, как же оно деться должно. Ты хочешь сказать, что если мы уйдем все, а потом придем, то у нас будет тот же шип со всем тем же лутом, что до этого был? Хз. Возьмите, может, доски, пожалуйста. Здесь доски, еще вот там доски. Сейчас, ребята, я перепаркуюсь. Чё? Наделал. Чё? Поднимай текры. Ты чего наделили? Значит. Да я вас это... Я вас этим... Нормально всё будет. Заебись. Блядь, ты всё больше подрываешь мою уверенность. Я сто раз так... А почему вы бросили ящик с фруктами в воде? Что он пустой, я всё выложил на склад. Я затаскиваю обратно, нам нужны доски. Нет, у него нет получить досок. Ну хорошо. Все, поплыли. Пока, пацаны. Не скучайте. Так, а ты не справляешься с управлением, да? Да. Хотя бы реально управляю. Блять, Миша, это очень плохо. Я что, соучастник? Опусти просто, я тебя прошу. А я, знаешь, уже как-то перегорел. Пацаны, не поминайте лихо. Кружок, и мы вернемся. Так, наверное, я не впишусь, поверю. Так что за скалу поплыли. Слушай, это Кракен там? Блядь, скулишь, блядь, от смеха. Все, не опускай, а то мы тут, блядь, застрянем. Они же сюда поплывут.
Понимаешь, просто каскад говна, который посыпался. Подожди, смотри, там ящик справа. Смотри, ты видишь там ящик справа? Нет. Вон в воде справа. Нет. Вон в воде справа, сзади уже. Сейчас доску беру. Сейчас мы вернемся за ними. Вон они прям сзади, видишь, в воде? Нет, не вижу, нет никаких ящиков. Миша. Там ящики прям на воде, блядь, штук 5. Блядь, что у тебя с глазами? Сейчас пацанов вернем и поплывем за ящиками. Там на группуны потом встаньте, ребят. Это, плывите к нам, плывите к нам. Вы понимаете, как мы тормозим, поэтому плывите к нам навстречу. Только тесно плывите, чтобы я смог подставить борт. Борт. Да так, я борт... достану. А, да, давай. Правда, не бесчеловечно, но... Дакс уже у нас, Дакс уже у нас на корабле. Может, просто проголосуем? Дакс, а как ты это сделал? Дакс, скажи, пожалуйста, как телепортироваться на корабль, алло. Да. А? Язык вытащи из жопы, блядь. Непонятно, нихуя. Да, блядь, на русала надо нажать. А вон здесь ты его где нашел? Вон он плавает, прямо перед по курсу. Мы сейчас его задавим. Вовка, ты с нами? Я его не вижу. Вовка, ты с нами? Стреляй Вовку. Стреляй Вовку грапуном, ну. Где он? Где он? Где он? Я его не вижу. Я ухожу. Все, сейчас наведусь. Вова, ты тут? Давай. Ты попал в него, я надеюсь? Нет. Тонем. Подожди. Брось якорь, брось якорь, брось якорь, брось якорь, брось якорь. Вова. Забирайся по тросу. Вова. Смотрите, вот так парковаться можем. У нас опять пробоина. Серьезно? Я пошел тушить. Ты не будешь тушить пробоину, придурок. Ты мне не указ. Это правда. Туши пробоину. Лопатой. Вот тут уж. Ой, ну, Ловка. Мне кажется, он охуел от твоих взаимодействий. Я хочу ящики те. Все? Вода кончилась, да? Хорошо. А можно вот как к нам? У нас кончилась вода. Так, а у нас есть гарпун на жопе? Нету. А давайте проголосуем, чтобы его закинуло в карте. Нет. Блять! Что, ты упал? Да, я зачем-то выпрыгнул. Он поднял якорь. Что? Зачем? Иди на графон. Ты хочешь разъебать там до конца корабль? Нет, там есть ящики, блять. Так мы проголосуем, чтобы его закинуло нам в карцер, а потом достанем. Да он с русалкой, говорит, заебешь. Ну тоже верно. Не-не-не, я не надо поднимать так, бля. Мы сейчас поднимемся в скалу справа, да? Блять, я не вижу нихуя. Возьми левее. Я теперь понял, зачем нужен кормовой или такой. Кормовой, блять, как свинья, блять, кормовая. Впереди смотрящий, понял? Ящики ты видишь? Я впереди смотрящий, но ящики не глядящий. О, подожди, ящики, бочки. Мы проплыли их. Я кидаю якорь. Давай. Нихуя, кстати. Бейте меня в эту клетку, пожалуйста. Нет, погоди, есть русалка. Там будет пердеть вверх, и там русалка. Где ящики? Или... Где-то здесь были. Ну, где были? Посмотри, представь, между нами и скалой где-то там ящики. Только это не ящики, это бочки. Подойдет. Я пытаюсь их найти. Визуально контакта не установлено. Вижу их. Видишь? Где? Да. Вот где я, блядь, там ящики. Да нихуя, там их нету. Они за гребнем волны гигантской. Ага, я понял. Она движется в нашу сторону, да? Угу, да. Хорошо. Вот это волна. Или следующая. Ну, короче, где-то рядом. Сейчас я слезу наверх и посмотрю оттуда.
Прыгать-то я, блядь, не могу. Да, кстати. О, я вижу, прямо на них плыву. Сейчас посмотрим. Уровень взаимодействия... Нет. Ну да. Уровень бог-черепах. Да, так, ты подаешь это... прямо к ним. Это бочки? Да. С кедрами. Серьезно? Да. Толкай их сюда. Нет. Их нельзя двигать. Вот там рыба есть. Кулятина и доски. А кулятина плывет еще, и она все еще живая. Так что, скорее всего, корм это вы. Чё это за хуйня под водой? Привет, это акула. Нет. Это русалка. И она уплыла вниз. Я хочу вернуться. Приятные ощущения. Мне не нравится это ощущение. Все там забрали? Так, а музыка плохая. В смысле плохая музыка? Все хорошо играет. А у нас кое-кто умер. А ну-ка шевели жопой. Кто умер? Почему он умер? God Products или какого? Почему он умер? Почему ты умер? Саша, почему ты умер? Потому что акула меня съела. Ты уверен? Да. А почему ты молчишь? Миша плывет в полном неведении. Ты не хотел меня пугать. Я, кстати, акулу не вижу. Пусть это будет сюрпризом, да? А где Миша? Тебя уже не вижу. А, все, я вижу, ты снизу шаришься. Ебать. А прикинь, на настоящем корабле залезть на такую высоту. Хуёво. Все, скрипит, качается, и ты такой, нахуй так жить. Ты такой, мне за это вообще заплатят все? То есть ты сколько людей убьешь? У вас кислород хорошо, у вас профсоюз точно. Даешь гармошку, начинаешь играть грустную мелодию, понимаешь, что это профсоюз. Вова, ты как-то вообще... Протендером. Алло, Вов. Ты идешь к нам? Да, мне надо 10. 10. Так, нам надо тогда на следующий корабль. Ой, на следующий остров. Понимаю, так, я перейду, нормально? Наш эксперимент хуя, слышь что? Нас поставило под волну, быстро поднимай якорь. Твоим отбирает это соседний остров, кстати. Это нам надо чуть правее, правее и чуть правее. Вперед и чуть правее. Повеселее пошло, да? Прямо и чуть правее. Посмотрите, кто тут за картой. Че на нее смотреть? Ты хочешь на пальму пирата? Видишь? Да. Ну тогда прямо и чуть правее. Да? Давай, еще градусов 7. Идеально. Почти. Я ничего не делаю, если что. Ну, значит, нас доворачивает. Да? Вот сейчас прямо, вот сейчас прямо. Я знаю, он прямо стоит. Да? Нет, там так сел он. Он полное влево захуярил. Ну то, что он тупой, но чуть жирный. Даже одежду смог найти. Чего у нас по парусам, я понять не могу. Они какие-то вялые. Куда ветер дует? Лево? О, северное сияние. О, как красиво. Нихуя себе, какого хера у нас северное сияние? Смотри, как красиво. Попробуй, как вкусно. Пиздец, ты проклят. Чуть правее дай. Нам скоро паруса поворачивать придется обратно. Правее чутка дай. Правее дай, правее дай. Говоришь, на руле никого нет. Нет, там какой-то придурок сидит. А, это ты. Я сейчас встал. Правее. Мы почти приплыли. Там пизда, она сейчас перевернет, нахуй. Тут хоть раз такое было? Ты можешь правее дать. Хорошо, свет нас не перевернет, пожалуйста. Полное правее. Хорошо. И, блядь, чё, паруса поправить. Разворачивайте паруса, наверное. Нам надо сделать поворот, наверное. Да, мы нет, сейчас максимально нет, право держимся. Я уже делаю паруса. Сейчас вообще будет очень хуёво так развернуться. Мне кажется, или паруса вместе поворачиваются? Нет.
Я не пытался. Так, я нифига не вижу за парусов, быстро смотри, не говорите, что там. Выравнивать хорошо. Левее передашь. Что, прямо? Я лезу наверх, смотрю. Насколько налево? Левее. Так лучше? Еще левее. Короче, полное влево даю. Все, влезаем. Прямо на скалу. Прямо на скалу? Левее. Я выкрутил влево. Выравнивай вправо. Лево. Теперь вправо. Рано вправо. Лево. А нет. Нет, держи, слушай меня, держи лево. Я, блядь, водил это говно, держи лево. Он тупой. Уже понял, нам разве не нужно остро справа? Держи лево, держи лево. Вот теперь крути вправо, по полной, крути вправо. Окей. Крути, хуйки. Так мы, по-моему, дрифтовать начали. И вообще мы на якоре стоим. О, я нашел под водой какую-то жемчужину. Мы на якоре, да? Ой, смотрите, там на острове какая-то зеленая... Это не жемчужина, это какое-то животное. Там на острове какая-то зеленая фигня мигает. О, нихуя себе, ты под водой? А давайте поближе к острову подплывем. Подожди, алло. Подойди, меня там какая-то хуйня. Под водой какая-то хуйня. Да, я вижу, она светится. Чё ты не возьмешь? Она звуки издает. Ой, слушай, действительно. Она дамажит. Серьезно? Да. Я не могу стрелять с пистолета. Мне нужно срочно... Мы ее взорвали. У нас плавает жемчужинка. Это клитор. Клитор русалки. О, хуй. Все, пошли на корабль. Где он, кстати? Это сапфир русалки. Ух, я чё-то задохнулся. Может, я напернил. Под водой. Ты достаточно чествуешь. Это не я такой, это мой интернет. Чувствую собственного воздуха. Датчики говорят о том, что вы умираете. Так, ну давайте все-таки под право чуть-чуть под. Спустил я так. Я не знаю. Слышь, ты? Да. А че? Ну ты какой-то бред говорил. Не, я все правильно говорил, я знал, что я понял, о чем ты говоришь теперь. Хотите, давайте я. Я просто не хочу, типа, мы сейчас будем лутать остров. На таком расстоянии мы хотим это делать. В первый раз, когда я кого-то из вас слушал, вы въебались, блядь. У нас, короче, я понял, что происходит. Каждый раз новый человек за рулем. Да. И это очень плохо. Сейчас выкрутим прямо. Подожди, я пойду выкручу прямо руль. Поднимите два из трех. Самые большие не поднимаете. Так, вроде бы по центру поставили. Поднять два из трех? А какой у нас самый большой? Зачем нам именно вот так вот? Золото. А, смотри, деньги сразу дают. Ну, деньги сразу. То есть ты просто в клён кладёшь и всё. Никто не поднимет. По-хорошему только, по-моему, передний оставить, на самом деле, это как угловой. А вот задний как раз снять, наверное. Мы когда-нибудь попадем на эту сторону? Направо крутить. Хотя бы видно стало. Что такое? Где остров-то? А, сильно направо, окей. Да, мы же направо хотели, куда мы едем-то? Направо, да. Направо, вон там остров. Вроде как. Все, спускайте все. В смысле спускайте? Ну как до острова? Паруса или якорь? На лицо. Да. Все это же хуйня. Поднимайте все паруса. Чем ты положил мне на лицо это? Поднимайте все паруса. Бля, я больше не возьму этого придурка, он сумасшедший. Кто? Да вот это свинья. God Products? Налево, крути влево теперь. Положи камушек в каюту, блядь. Мы его продадим. У тебя еще компас работает? У меня он всегда на N. На штурвале работает компас? А, уже на уже сломался, на N показывает, да? Тогда слушай меня просто, крути влево. Зачем? А мы сейчас встанем рядом с островом. Мы, кстати говоря, уже очень близко и хорошо идем. Влево. Крути левее. Можно я остановлюсь? А теперь крутина, чтобы золото было сверху, и все, мы пойдем прямо и заебись. Чтобы что было сверху? Идем. А мы куда идем?
направо. Ты заебешь меня, я, блядь, так прыгнул. Поставил якорь. Ты скажу, ты скажешь, а мы на этом... Мы уже якорь поставил, опять якорь бросили. Мы все, блядь, знаем. Куда мы идем, кстати? Мы на этом острове тусим? Да, блядь, сумасшедший. Короче, я заебался. Он тебе какую-то хуйню несет, блядь, и думает, что вряд ли ведет тебя. Мы крутимся вокруг острова, он такой, я знаю, куда надо, блядь, давай. Я думал, мы куда-то просто на восток идем еще. Сталь хрипела. А чё? Ой-ой-ой, без скелета. Я взял самолет русалки, что мне с ним делать? Ну смотри, тут большой баррель есть. Всех недавно. Пойду отнесу его на корабль. Я уже его разобрал, его нельзя нести. Слушайте, тут у нас все пушки могли бы быть. Народ. У нас эй, пушки могли бы быть. Тут есть интересные баррели еще со жрачкой и прочим говном. Смотрите, где я. Так, я пока что все сбрасываю. Капитанское? Серьезно, капитанское это удобное место для сбрасывания. Всякого говна. Давай тебя отбросим. Давай ты с открытым устроим. Там все равно никогда никого нет. Сейчас босс заспавнится. Да. Серьезно? Я хочу сражаться. Подождите меня. Что это такое? Я возьму череп. Повинуйся ордену. Мы выполнили культисту задание. Deus Vult. Разве мы выполнили задание? Да. Мы должны были убить двух ублюдков. На двух островах. Мы освободили одинокие острова. Мне вот это сужение экрана напоминает No Man's Sky. Оно отвратительное. Да. Ну, он как бы показывает тебе твое место. Показывает, что ты жирный рот. Не совсем я это имел в виду, но... Тогда рот закрой, если ты не это имел в виду. Нахуй вообще говоришь тогда. Хочу и буду болевать с открытым ртом. Я разложил все вещи по цвету. Ты можешь загуглить, куда потом сокровища девать ебучие? Что мы накрафтили их, и они опять, блядь, спустятся в океан. Нам бы их продать куда-то. А как они называются прям? Так они называются? Трэжер или типа того? Да, трэжер. 89. 14. 17. 5. Ты проиграл. Ты тупой, как обычно. Я проиграл и насрал. У нас они выглядят как сундуки? Нет, это не просто трэш, это там всякие алмазы, кристаллы и прочие залупа. Вот, с черепами, да? Да какими черепами? Вот лежат. Есть черепа. Тут есть череп да. Трофейный, изумруд русалки, сапфир русалки, частицы. Да. Инвентарь, все говно, некоторые привычные. Контролев, черепа. Да, вот он. Тематика заданий зависит. Приносит особые черепа. Орден душ просит убивать скелетов, приносить черепа в торговый союз, ловить животных. Короче, тащим в торговый Орден союз. Душ любит сосать. Торговый союз? Два неочевидных факта. Клетки для животных можно купить у торговцев, а время нужно сверять по карманным часам. Купленный квест нужно положить на капитанский столик, затем бла-бла-бла. Да это ж не квест, блядь, ну чё ты писаешь? Черепа нужно приносить в торговый союз. Если в своем путешествии нашли дополнительные сокровища, их нужно сдавать тем же NPC, золотодержцам, сундуки с сокровищем. Ордену душ, черепа, а торговой гильдии, продовольственные сундуки и Я понял. Ну, то есть надо нормальный остров прийти искать золото. Иногда на горизонте можно заметить огромное зловещее облако в виде черепа с светящимися глазами. Фурцкий не плывите облако. Туда. Это задание, ивент, за выполнение которого можно получить кучу сокровищ. Это ебать как стрёмно. У них есть пушки и взрывчатка. При приближении героев к острову скелеты будут обстреливать ваш корабль из пушек, поэтому важно позаботиться о том, чтобы экипаж был готов устранить повреждения. Пришвартовываюсь к берегу, дальше начинается самое интересное. Все, поплыли. Нам надо ровно назад. Ох, ебать, короче, тут такие приключения могут быть. А на СВ. Плыть. Занимаемся. А, ребят, я 5 минут, 5-10 минут снова фокашусь. Сорян. Положите уже в клетку. Да ты не нужен. Постой там. Так, что, поднимаем? Да.
Ладно. Отдыхай. Мы все сделаем. Пиздец, жирный бомж, блядь. На корабле прохлаждается, пока ты въебывает. Блядь, два жирных бомжа я прохожу. Он и наблевал, прям наебал. Я ничего не вижу. Он блеванул, что я реально нихуя не вижу. Зеленый храм, блядь. Главное вытереть никак, да? Да. Это смешно, мне кажется. А ты ничего не можешь сделать, потому что паруса спущены, и ты просто вращаешь беспорядок своей хуйней. Давай пока не подними, не опускай их, а то мы, блядь, протараним остров. Я понимаю, что у нас галеон, но он-то не... Давай, кто сильнее, один галеон или маленький остров? Ладно, пусть... Так хорошо, так хорошо. Давай, захуяй. Можешь видеть, да? Да, давай. Мне кажется, передний, типа, парус — это идеальное решение. Хватит плевать. Животное. Он опять блюет. Он бухает и плюет. Капитан, у вас безответственно... Кто сбросил якорь? Или что там происходит? Там свинья нажралась и буянь. Посмотри по карте. Так, а куда мы должны идти? Давай я пока посмотрю за штурвалом, а ты иди смотри карту. Давай. Кстати говоря, при таком раскладе очень даже неплохо видно горизонт. Центровой парус не закрывает все говно, то есть что ртоваться? Она по сути... Ртоваться лучше на переднем парусе. Так, что это, пальма пирата? Знай свое место, маленькая черная картинка. Ты че за хуйня? Еще один парус решил опустить. Сейчас тебя опущу, будешь спрашивать, как хуйня. Ты знаешь, что ты теребонькаешь невидимую письку? Это и... правда. Ты не трогаешь веревку. Ты ее не видишь, а я ее теребонькаю. Потому что мы в разных... А зачем вы пустили этот парус? Теперь я нихуя не вижу. Хотя если спуститься вот так вот, то норм. Посадить нахуй в тюрьму, yes. Что? Кого ты там сажаешь? Ну кого, блядь, кто это заслуживает? А хорошую скорость набрали, кстати говоря. Ветер попутный. Идем отлично. Кто-то знает куда? Да. Хорошо. Хуя. Нихуя себе. Направление восток? Да что если... Нет. Запад и юг, юго-запад. Так, Слушай, а компас нихера не работает. А что если я возьму компас, который у меня на руке? А вот он работает. Хорошо, СВ это что? СВ надо. Теперь В. Нам нужно... В нужно? Ну да. Чутка В. ВВС. Ты можешь просто говорить в градусах. В каких градусах, ебанутый? ВВС. 2В, 1С. Теперь просто ВВВВС. ВВВС. 5 градусов, да? Ланда, В. А, я пошел. Хорошо. Прям на выху. Нам нужно твое управление кораблем. Твое видение. Нам нужен вижен. Да, сейчас зайдем наверх. Так, еще проверили, что вообще? К тому острову, который видно. Там вражеский корабль. О, нет, кажется... Ну как вражеский? Тормозите, блядь, спустите паруса. Давайте, быстро, по местам. Быстро паруса снимите, не позоритесь, там, блядь, нас увидят сейчас. По местам, поднять паруса. Нет, спустить паруса. Что? Поднимайте все ебучие паруса, не стреляйте только по ним, пожалуйста. Че делать, правее? Мы швартуемся здесь или нет? Справа, да, нам туда, на него. Оставьте передний парус на полу спущенных. Хуй, на месте будешь ходить сейчас. Нам хватит этого ускорения. Походу хватит, кстати. Нормально, подходим? Да вроде заходим. Габаритом я хуй знает, как фура. Прямо давай. Ну пожалуйста, зачем ты это делаешь? Поздняк метаться. Я не вижу, куда нам плыть, блядь. В чудо ответ наблевал. Все, тормоза. Ахой. Ну, нам чувак тут. Да. Там чуваки. Все?
Да, берите каждый в руки по сокровищу и пошли. Окей. А нас не ограбит, кстати говоря, пока мы можем с сокровищами. Превентивно им отдать их. А как ты это говоришь? Как неграм. А ты понимаешь то, что мы им по-русски говорим, а они нам по-английски? Пистоли на готове, гей. Зачем? Что там уже, все, пошел культурный обмен? Да. Берите кристаллы все. Каждый возьмите по сокровищу. Я взял череп. Пиздили, блядь. Давайте, и... давайте им отдадим. Как... Нахуя? Ты че? Black Lives Matter. Это предатель. Слава, мало здоровья. Сейчас тебе еще меньше останется, тупой ты кретин. Ты меня паркуйся. Нам напиздили, ты меня? Что? Значит, бросай, сам перекусал. Ты охуел. Может, вайпнем их, а? Не-не-не, не надо. Кому отдать череп? Ой, да! Прячу сапфир русалки. Прячу сапфир русалки. Подожди, они сами говорят хайзе? Да. Кому отдать вещи? Мы при деньгах. Ты можешь перестать об этом говорить? Надо в какой-то магаз отдать. Где-то помогает. Интересно, можно ли здесь это? Все, я нашел. Damn it, I can't spell. Image grog. Слышь, они разговаривают с нами. Да, что-то я не понимаю, у них какой-то акцент. Да. Войси они Машему разговаривают. Да. Я просто нахуй выключен. Сейчас, подожди, настройки звука. Где ебучая ведьма? Куда нам давать эту херню, слышь? Куда череп нужно отдать? Ведьма. Они все в разных местах. Куда сапфир скинул? Тебе надо найти продавца, подойти, если он купит, то отдай, продать ему. Наполни кружку. Пиздец. Да кто меня заблочил? Вы чё? Я бьюсь, помашусь тут как с этой, как с описанной торбой. Ну вы еще устроите здесь концерт. Мы устроили. Так, кто из вас пидрил? Примет у меня. У меня ачивку за то, что мы тут с пятером хуярим, шестером. Посмотреть товары в лавке Венди. Какого хуя? Сейчас просто выброшу это говно. Там должно быть желтым уже написано, типа, что вы можете продать это говно, да? Эр, да. Ведьма, он там сидит снизу. Под тобой. Подо мной? Да. Охуеть, хули ты здесь прячешься? Во, еще один продай. Я продал ей, аллилуйя. Look out. Почему Декс на русском, а у них на английском? Я не понимаю. Декс, а ты... Подожди, опасности есть. У вас по-русски написано? Да? Ну что, на английском? Ну, потому что английская игра. Так я у них вижу на английском, а у тебя просто на русском. Я поэтому подумал. Interaction, Harpoon... есть какой-то чат, помимо чат-меню? Нет? А ребята решили не париться? Я могу их загарпонить с корабля? Не могу. Не надо, они нормальные. Я думаю, это их разъебет. Не думаю, горчатся. Тупых русских. О, выпьем за это, я получил ачивку за то, что мы бухаем вместе и показываем. Я тоже хочу. Как бухать? А есть чашка. Пойдем посмотрим их корабль, у них какой-то модный корабль. Всратая музыка играет. А, их трое. А, ну все, разъебаем их. Как быстро заканчивается дружка. О, смотри, какой у них красивый подъем этого. Смотри, какие у них пушки прикольные. Да, у них все охуенное.
Я что-то не понял, ты что за хуйня? Вообще. С хера ли у них корабль лучше, чем у нас? На вашем его спиздить. Я у них нажрусь. Я могу нажать F штурвал использовать. То есть мы можем, в принципе, поднять паруса. Да, надо. Где кружка? Знаете, короче, как в этот Angry Birds под музыку заходим к ним в трюм. Начинаем пиздить. Сетник скайл. Ладно, давай пойдем отсюда. Как же заблевать корабль? Ты тупой, блядь. Я тебя ёбал, я даже не впишусь, клянусь. Я с ними поплыву. Я забыл выбросить после первой же просьбы посадить. Забирайте этого урода, блядь, с собой. Ебать, вообще, мы его не любим. Пошли, нам нужно продать там вроде еще какого-то говна. Или мы все продали? Вы все продали? Нет, по-моему, еще остался один сапфир. Пойдем посмотрим. Видишь сапфир? Да, я вижу. Слушай, это какое-то мистическое место, похоже. Я их тебя болевал. Уходим, уходим. Go on, get up, since ты... Ха-ха, что это? Как писать в чат? F. Это взять пушку. T. Но ее, sorry, you can chat. Почему? Я говорю, могу сказать hi. Да, тут еще изумруд у нас есть. Возьми изумруд. Подожди, хай. Ты можешь включить звук, блядь, и голос. Кайф. Забыл тебе сказать-то. Что? Что это? Ты сказал про Женю, то, что он типа меня хуесосил. Я думал, ты про глисты спросишь. Нет, Женя после того, как уволился его, блядь, тебя наш команд хуесосил еще месяц. После того, какого он говна написал. А еще он же говно спиздил себе обратно. Да, что он спиздил в курсе. Да. Так что печально. То, что он спиздил обратно себе. Потому что его там говно месяц или два выгребали. Так что все двое. Что классик, что если кто-то уходит, то после него остается говно, которое только он за их работает. А? Мне кажется, это классика, что если кто-то уходит, то только есть там какое-то говно, которое... Да, а потом все обвиняют другого. Все обвиняют другого, как в его случае со мной, а в случае всех остальных прогеров у нас с ним. Знаешь, двоякость, она такая, двоякость. Чтоб ты понимал. Меня просто раздражает эта хуйня. Да я тебя, знаешь, тебя раздражает, раздражает еще дальше. По-моему, ты сам спросил, кстати. А? По-моему, ты сам спросил. Нет, ты сам сказал. Так же, как про Бакс. Именно хрень на самом деле очень интересно. Я сам выстрелил из пушки. Алло. Выстрелил с чужой пушки? Ты выстрелил с чужой пушки или что? Я выстрелил с собой из пушки. Что? Я выстрелил с собой из пушки. Как? Эху я поднимаешь, чтобы на кнопку залезть. Так, а кому можно продать сокровища? Я поднял на максимум вверх, у меня только лод канонбол. Где, как сделать, что? Короче, все продается ведьме. Да. Добрый вечер. Пиздец. Единственный нормальный состоятельный человек на острове — это ведьма. Угу. Который ценит сокровища. В самый верх поднял пушку, ствол. А нормально лететь было? Блин, я хочу. Я это охуенно был. Я хочу еще раз. Хотя вот можем пойти на те светлячки. Мне кажется, одноразовое приключение. Бля, очень красивая игра. Очень охуенная. Так, ну, дай-ка я попробую. Сколько пушки для себя выстрелишь? Эффекты здесь сделаны божественно. Даже в скайне. Так, еще вверх, еще вверх. Еще вверх. Миш, ты что-то не наебываешь. Но, Михаил, я считаю, что в RDR все равно лучше было все. А, я понял, я нажал на F, и теперь можно нажать на R, пушку залезть. Залез? Да, я смотрю вверх, давай. Как я выгляжу? Как я выгляжу? Сделай скриншот.
Куда ты хочешь полететь? Давай только недалеко. Давай к ним на корабль. Давайте на вот. Не плыли уже. То есть, когда пушка кверху, можно сделать climb in the cannon, да? Да-да. Только отпусти ее, отпусти ее. Теперь мы залазь. Охуенно. Давай. Я готов. Я смотрю за ним. Вон он, Мюнхгаузен, тип. Так, кстати, да. Охуенная игра. Надеюсь, пушка не застрянет и не взорвется. Бля, охуенная игра. Все, только что отбила все свои бабки. Не, блядь, она своей шейдерной водой уже отбила все свои бабки. Я попробую тебя поймать обратно. Давай. Ты на меня просто плыви прямо, а не туда-сюда. Давай, я не буду тебя... О-о-о, смотрите, как прицепил. А меня? Прямо плыви. Давай, используй плетку по назначению. Давай. Ты даже по высоте хуй попадешь. Давай, я помогу тебе. Вау. Нихуя себе. Все, я проканал, я знаю. Смотрите, что дома уже, дамага вообще нет. Да, кстати, у него голова торчит, видишь? Подожди, я хочу на это глянуть. Голова торчит. Вообще, блин, ну ты туда поместился, толстый? Все как в реальном море, пацаны. А? Все как в реальном море. Смотри, корабль далеко. Дакс, иди на разведай, чё там. Давайте так запустим в тот корабль, а? Я понял, зачем эта штука нужна, чтобы, короче, не подплывать к острову со скелетами. Повыше надо. Это что, голос из пушки? Я не слышу. Чингулка. Подожди, а почему я не могу выстрелить с тобой? Сейчас. А он заряжен? Сам стреляй. На ребятишки, нам надо как-то развернуться к нему сейчас. Хорошо, пошел. Давайте попробуем один выстрелить, а второй этого. Поймать? В воздухе. Хуком? Да-да-да. Мы не сможем отладить это говно. Ну типа, это мы займемся. Посмотри там дальше, это Дакс. Ага, это Дакс, он просто в ебенях и блядских. Уже не понимаю, ты под водой где-то? Где-то? Под водой, конечно, после выстрела ты очень глубоко падаешь под воду. Дакс, всплыви, пожалуйста, я тебя поймаю обратно. Кстати, ты задыхаешься, если что, так что лучше всплыви. Мне кажется, он отошел. Сейчас еще и отъедет. Так, тебя поймать поближе? Блять, он ведь плавает. Тебя не слышно? Не до этого. Он умер или еще нет? Нет, живой. Солнце светит в глаза. Мешает играть? Угу. Сейчас тебя еще полоса жрет. Смотри, там корабль, кстати, в той стороне. Пока мы пытаемся нашего друга выковырить, он сейчас приплывет и пизды нам даст. Дакс, не спекляйся. Заряжайте. Я не могу, подожди, ты не у нас попадаешь. Остался еще один изумруд, по-моему. А? Давайте сбагрим что-то еще. Давайте быстро мотнусь на остров. У нас есть изумруд. Давайте я четвером залезем. На бородаш, блядь. Жалко, что с собой стрелять нельзя, да? Уже, блядь, я, блядь, давайте. Можно с собой стрелять. Две секунды, я изумруд продам, потому что это хуевое действие, сокровище, если мы помним. Зарядите пушки. Поставьте их нормально, зарядите, потому что там корабль поплывает. Но не стреляйте в него, блядь, сходу. Подождите, пока подойдет поближе. Давайте уйдем нахуй отсюда. Давайте, крутите, блядь. Что? А я к вам как, русалка буду телепортироваться или что? С тобой, блядь. Ты чё? Между прочим, полтора косаря. Я понял. Я уже выходил. Мы как поплыли. Да я вижу. Всё, приплыли. Ой, чё, репутация хорошая. Ну вам сейчас пизда будет, мы камень въебаем. Что это делает? Плавуны, блин. Всё, я на борту. Ебать, мы ещё не затамажились? А сейчас? Ты тестируешь нас на прочность? Да мы же протестировали, что мы не прочные. Теперь я тестирую высоту нашего киля. По-моему, только что чуть-чуть прошлись, еще чуть-чуть. Ой, трещинка пошла, ребят. И старые доски поотваривались, наверное. Лишнее. Организм очищается. Я починил. Все? Больше нет? Поставьте нормальный душопс. Там будет у нас реально проблема стрелять. Что не так с пушками? Они вверх смотрят, блядь. Что, мы не артиллерийский корабль?
Стабилизации нет. Была бы стабилизация, все было бы по-другому. Кстати говоря, я тут где-то ящик притаранил с патроном. Давай туда, на эти, на красивые... Давайте-ка я его утащу вниз, где... Давай правее. И разгружу его здесь. Правее на красивые гоньки, давай. Выравнивай. На красивые гоньки едем. Это же безопасно в море, на красивые гоньки ехать. Да? Они же не злые огоньки. Почему не могу понять, почему я... Что-то я не понимаю, как работает ящик с боеприпасами, если честно. Левее, пожалуйста. Народ, короче, это ящик для патронов я нашел. Это для всей хуйни. Да? Нет, нихера не для всей хуйни. Прямо в рамке. Это для этих, для пистолетов. Да? Где? Да. Где он? Зарядите пистолеты, кто там не зарядил еще. С прошлого боя со скелетами. Где он? Стоит рядом со старинной для пушки, я его слева поставил. Нет, подожди, там есть настоящий ящик. Да, есть ящик со снарядами для пушек. Танцуй бесконечный. Там есть бесконечные пули для него. Где? Да, ну, блядь. Внутри лодки. Не знаю. Они не бесконечные, по-моему. Хотите его там? Не настолько близко, насколько ты любишь рулить. Ну, можно посмотреть, в принципе. Так что мы там делать будем? Нет, давайте с целью. Вот мы плывем на эти огоньки, плывем. Все. Иначе будет, как, знаешь, как в Скайриме. Я его так ни разу не прошел. Блять, почему у тебя губы розовые? Куда ты смотришь? Так, по которой не можешь поцеловать? Что? Тебя тоже розовый? Да? Да. Я розовый буду, посмотри. Блять, хватит пидорас. Серьезно? Вот продукты сиреневые, у тебя розовые. Серьезно? Ебать. И... У нас не просто так ЛГБТ-флаг, да? Я думал, это шутка. Ты что? Почему? Прими себя, Миш. Подумай, что? А потом прячу меня. Может, поэтому нас и стреляют. Почему, блядь, не розовые свои губешки, когда ты вкатываешь отвалить? Ну вот они как раз сиреневые, розовые, они у тебя. А, я знаю, потому что мы выстреливали с пушками сами себя. Так. Что? Ну, как это, блядь, еще объяснить? Мы играли с пушками. Сломался с медузой, допустим. Мы играли со своими пушками. Я трогал русал. Я там выстрелила. Трогал русал. Господи. Интересно, я такого не помню, чтобы у тебя раньше были такие клоунские губы. Он еще как-то более пидоровато начал танцевать. Виляя животом или что? Сами вообще. Сейчас, короче, корабль тряхнет, и мы все там потом вниз. Не получается затянуться, жалко. Значит, давай ты прыгнешь в бок, и мы тебя подцепим. Только скажи, когда прыгать будешь. А вот слышите, как будет подцеплять. Правее дайте. Ого, что это такое? Приют смерти? Мы точно хотим сюда? Нет. Так, нормально или еще? Нормально, выравнивай. А то в приют смерти попадем. Смотрите, он хочет пробовать остановиться. Вроде нормально. А вот не прям идеально ровно. Понимаешь, что ты не играешь нихуя? Я не думал о твоей хуйне. Ну и вас. Послушай. Отлично. Ну, кажется, что не слышу. Я слышу сейчас, как кто-то играет. Секундочку. Мы потеряли его? Где он?
Да нет, у меня обычные губы. Тут розовые, почему у тебя розовые губы? Ты купил себе розовые губы, блядь, пока на острове. На у вас останавливаются губы, а вот у него сиреневые. Это не розовый, Миша, блядь, это сиреневый. Это у него, он специально. Да, я повязку купил еще. На анус или на глаз? Да. Потому что если на анус, то это не повязка, это стринги. Отойди, пожалуйста. Хочу рожуки, блядь, гнолки. Там башня готовится убивать, пропорно он будет. И там обломки корабля и башня. Это хуйня с обломков корабля светит. Подождите-ка, у меня же есть этот, блядь, подзорная труба. Да ты что, нахуй? Да ты что, блядь? Слушай, вот а там, короче, еще что-то летает. Во, ты с нами, алё? Да. А хули нас так задрало вверх? Посмотрели в подзорную трубу, все посмотрите туда, что там происходит. Там где? Будет... Ну, вон, всегда там... маленькие гей-значки летят. Угу. И еще там стоит фортпост. И вот надо будет фортпост трахнуть. Давайте зайдем только тогда с подветренной стороны. С подветренной, блядь? Ты чё несёшь, сука? Расстреляем его из пушек, нахуя я? Хорошо, если ты гарантируешь, что попадёшь в него из пушки, мы идем на него. Давай я выстрелю тобой из пушки, и ты, блядь, подойдёшь прям нахуй в эту башню, блядь. Стрельба с доводкой? Стрельба с пушкой. Не выложили. Ну, кстати говоря, здесь попугая можем держать. О, можно половить рыбу. Ара, ты почему спустился, брат? Душа требует музыки. Подождите, пока рыба клюнет. Мне кажется, рыба в пахту. Куриный. Наш дом. Чеви, мы дома. Куриный, кудах. Рыба клюнула. Старайтесь не порвать леску. Леску, блядь. Отклоните в сторону, чтобы... Эй. Уздечку. Да, реально, вставайте пушкой. В смысле? Я рыбу ловлю. Там две башни. И форт большого, и форт. И осток корабля. Слушай, до стога можно доплыть и не упасть под огонь башни. Чуть-чуть левее дайте, готовьте сбросить. О, слева, слева будет. Подожди, я скажу, когда якорь. Готовьте якорь сбросить. Готовы? Да, блять. И давайте. Не клюет, короче. Якорь. Здесь якорь. Слева бочки, алмазы, чувак, ты видел, что там слева вообще? Поэтому и сказал, блять, что надо. Нас еще не выебут, да? Смотри, по левому... Не, ничего не будет. Смотри, здесь... По левому... Да-да, Дакс поплыл прям туда, куда надо. Короче, я поплыл за сокровищем. За сокровище на борту. Чего, ты взял светящуюся хуйню? Какой там еще есть? Блять. О, нихуя там перед... У него элитный сундук какой-то золотой. А у меня гнусный трофейный череп. Что с ним делать? Он дымится и смотрит на меня косо. Что ты, блядь, нашел? Почему он красный? Блядь, мы все дерьмо тащим на борт. Вообще все. Знаешь, типа, женщина к беде. Глядя на то, что мы пытаемся вести. Слушай. На самом деле, Вова какую-то хуйню взял совсем жестко. Короче, все, несем в капитанскую. Или куда там все это притащим? Я не могу ничего с ним сделать. Ну и все. Что наверное, это? Нужен ключ от лутки, от бокса. Ладно. Кстати, может и нужен. Я пошутил, надеюсь, что нет. Ну что, можно сдать кому? Да, проклятое сокровище, почему нет? Пикап. Я не могу открыть его. Может, надо выстрелить? Может, оно проклятое, нужно его осветить. Может, и не нужно проклятое сокровище? Да, если помнишь, там на этом целых 4 или 3 фильма построили. То будем, блядь, превращаться под лунным светом в залупу. Это, я нашел, кстати, на стоге корабля камень. Так, я забрал все, что мог. Тут в основном остались, значит, так еще раз доски. Ого, это что, блядь, такое? Хуй знает, что это такое. Кажется, это ключ от этого говна. Возможно.
Ребят, что такое? Там еще есть на стоге. Очень много досок, еда. Все, в принципе, все, что здесь осталось. Но стоит забрать. Там нормально. Только доски выложить. Капитана? Какого капитана, блядь? Там сундук капитанский. Капитанский. А, только это... Подожди, окей, значит, надо нам найти ключ капитана. Ты нашел ключ капитана? Я нашел что-то очень интересное, похожее. Где этот сундук? А внутрь корабля всплывали? Да-да-да, там тут я сахар нашел. Сахар есть. Чич-чич. Да хуя всего. Мне череп что-то шепчет, он говорит, убей их всех. Серьезно? Сундук капитана взять. Я не могу активировать это, видите? А где красная хуйня, которую ты нашел? Давай попробуем. Тут дохуя бочек, в которых есть куча хлама. Сундук желательно взять. Так. Ой, я задыхаюсь. Взять, взять. Что-то я понять не могу. У меня в руках какая-то хуйня, которую я не знаю, что с ней делать. Черви? Вот это зелененькое светится. Не себя. Я придумал. Я, кажется, понял. Это проклятый этот снаряд. Наверное, это проклятый снаряд. Да-да, это снаряды есть такие. Бля. Сука, я съел... Я съел червя и блюю. Так, иди сюда. Это вообще лечится? Ты кто? Я не понял, а где он у меня теперь? Ой, ну пиздец, короче. Как выложить этот охуительный снаряд? Я понял, что это! Слышь, что, на них нарисованы какие-то знаки. То есть это специальные, суперспециальные снаряды. Яд Ро, ядро Гиря, ядро Сон, это, блядь, это сгибавшим снаряд, успокойся уже, блядь. Ну да, 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 я о чем говорю, слушай, поджигательный. Похуятельный, давай на сток плыви. Кого? На сток плыви. Хорошо, поднимаю якорь. Не-не-не, не корабль на сток. Надо просто плыви, на воду хватит, давай. Значит... Я там обыскал корму, корма это называется. Остов корабля, благословение. Там в трюме есть какие-то ящики с лицами людей. Улыбайся, улыбайся, и машина. Что они тебе говорят? Они тебе шепчут что-нибудь? Да. Кстати, в углу можно попасть. Один не поднимается почему-то у меня ящик. Я вот один не нашел. Я застрял, блин. А нет, все, там. Без паники, никто не паникует. Там акула еще рядом. Да. Что? Вы молчали? Без паники. Сундук. О, это хороший сундук. Это скорби. Сундук скорби. Скорби. Ой, кажется, у меня воздух заканчивается. Углу. Да, это вот. Дышать, вот углу можно подышать, вот здесь, смотри. В каком, блядь, углу? В каком углу? Быстро. Вот тут. Все, вижу. А что со сундук скорби? Я хуй знает, но он очень грустный. Может ему фокусы показать? Может его надо пиздануть? Бля, тут вещей просто немерено, нам точно все это нужно. Да, эти сундуки что-то не открывают. На всех случаях зажигательных снарядов тут ёбнешься. Все, ГГ. Что? Минус ДАКС. Что? Минус ДАКС. Хуели. Подожди, что происходит? Почему я так медленно плыву? Так, я вылазу отсюда. Я, наверное, сползаю на корабль и потом еще довернусь. Там что с акулой-то, кстати? А кто-нибудь чекал этот... Почему я медленно плыву? Смотровую. Shift нажми. Да я держу Shift, блядь, я вообще пять. Ебать! Вера, предложить душу паромщику? Что? Меня ёбнула акула. А где мои вещи? Так, всё, а меня никто не воскресит, да, нахуй? Да, походу всё-таки придётся к паромщику. И что делать? Как забрать? Ну, да, может, взорвать его? Надо. Ты, блядь, ты точно пират? Давай, взорвай. У меня нечего. Да я попробую откопать. Так, а что мне делать на этом пароме? Зачка дверь откроет. Я не знаю, что делать. Я вообще не понимаю, что ты делаешь. А, все, вижу, дверка открылась. Хорошо.
Кстати, отсюда можно куда-то попасть в разные штуки. Бля, тут дохуя кул. А можно по ним пушками там пострелять, что-нибудь такое? Гарпунами их, наверное, можно подтянуть, только подманить их нужно. Я в восторге спрятался. Тут можно дышать, кстати. Я не успел доплыть. А чё, у нас здесь уже ночь? Ты его сожрал акула? Она сразу убивает, сразу? Нет, ну пол хп снимает. Ну, то есть она не тянет ничего, да? То есть я могу... Не тебе всё. Просто с едой плыть к вам. В руке и кушать её. Цель вижу. А почему? Я... Народ, мы тонем. Не надо. Тонем очень быстро. Так, я черпану воды, а кто-нибудь пойдите почините это говно. Давай, черпайте, я найду дырку. Там видно, что можно скрыться от корабля. Я не вижу. Как? Ты нашел дырку? Надо вызвать паромщика. Типа, зайти в опцию команды и там вызвать паромщика, и он типа спрячет корабль и выйдет его в другом месте. Ай, крюх. Я не вижу. Внизу скаттлшип. Вот тут скаттлшип. Надо быстро всем проголосовать, потому что можно браться. От кого? Ну вообще. Тревожная музыка играет. Надо ее заменить на нормально. Смотри, форспорт грабителей. Давай туда поплывем. А все, мы закончили с разграблением. Да, плывем вправо на форпост грабителей. Ой, вперед раз. И все, и мы доплывем, до форпоста сдадим там всю хуйню и спойдем. Туда, пора. Кстати, у меня что-то капает уже. А деньги останутся у нас? Да я ебу, что ли? Ну, будем считать это тренировкой денег. Останутся. Схуели они остаться. Компас будет заработать. Мне кажется, он по настроению работает. Пожалуйста, поднимите якорь. И... Подняли якорь, поле? Поднимаем. И раз, и взяли. Скажи какую-нибудь воодушевляющую речь, типа, это маленький якорь для моря, но большая заноза в нашей жопе. Не поднимешь, не встанет. Это маленький якорь для моря. Поверьте, я слышу, как будто вода набирает. На большой якорь. Проверили. Точно проверили, типа, наш хорошо? Слева корабль, проклятый корабль! Он летает. Нет. Слева корабль, проклятый корабль, он летает, блядь. Стреляйте влево, блядь, там, убейте его. Давай налево, слышишь, посмотрим, что там. Какой посмотрим, блядь, давай съебем. Не, давай залезем на абордаж. Давай. Чините корабль. Налево ты крути, блядь. Давайте уже кто-нибудь не поможет починить корабль. Чините корабль, мы тонем. Не настолько мы тонем, не паникуй, но да, надо заняться проблемой. Ебать, нам пробивают борта, наверное. Чё за хуйня? Она что, стреляет? Да. Кого там убило внизу? Ты чё, блядь? Крути налево, баранку. Нам надо туда вдеть. Нет, нам надо съебать просто, вы продать этот проклятый сундук, за которым не приплыли. Это все мелочи. Я слышу, как сундук плачет, блядь, это мелочи? Блядь, они стреляют в одни и те же места. Можно я прекращу получать дамаг от дырки, блядь, в борту? Я с тобой убиваю, думаю. Что? Хуйня, почему я танцевать начал? Народ, я понял. Я тоже танцевать начал. Нет, самый танцуем, пацаны. Ох, блядь, что?
Заделывай эту дыру. Миш, мы еще и воюем с этим говном? Мы должны пристыковаться, и они отъебутся от нас. Опускайте паруса. Опускайте паруса, опускайте паруса. Мы пристыковываемся, блядь. Черпаните воду и пошли. Ой, все плохо, это, блядь. Вы сейчас рассчитываете, что это не так. Это что за хуйня? Где вода? Че вы черпываете? Еще охотник с рукой. Реальность вообще не видит, блядь. Ой, сон, блядь, нахуй. Я тебя рот ебал, блядь. Я спас вас. Прям спас нас. Все работу делали грязно. У нас еще есть перед корабля? Работа слышно, звуки работают. Это говно за нами. Да нет, работал. Давай посмотрим еще раз. У нас все закрыто по эту хуйня. Хуями не закрыто. Кто хотел повоевать? Давайте вас с пушки выстрели, повоюете. Корабль не был еще? Ну где-то у вас остров. Я готов. Не, мне кажется, он ебался вокруг, он тут пристыковались. Если это можно так называть. Кто-нибудь золотая дырку, или я так буду ходить с вибром? Мы закрыли дырки, все. Пожалуйста. Можно все? Короче, нихуя, тут на верхней палубе еще, на средней палубе, тут дохуя дырек. Короче, смотри, черпаешь ведром, смотри, оп, мы снова по колену в воде. О, у меня осталась одна доска, ебать, мы выхватили пизделей, просто, я еще и потанцевать успел. Так а можно этот корабль отменить как-то, я больше не хочу его. Почему мы получаем пизделей? Мы продолжаем получать пизделей. А я еще и танцую. То есть мы, наверное, стоим на суше. Да ёб твою мать, так, всех пизду. Это что, боже, на него тонет? А, нет, это корабль, вон. Я готов лететь туда. А, кстати, это вам, кстати, говоря, идут. Можете меня направить, пожалуйста? Нет, я просто продам ящик. Хорошая идея. Возьмите второй проклятый ящик и убирайтесь с корабля нахуй. Пошли, я беру ящик. Я мимо корабля попал, к сожалению. Это был сундук жнеца, да? Я не знаю, один жнеца, второй еще хуёвый. Все, пошли отсюда, ведьма знает, что делать. Съёбывает нахуй. Забери, пожалуйста. Я забрал его, и мы ушли с тобой. А, танцую на корабле. Он пристал вода течь. Хороший знак. Нет, ведьма не хочет его. Посмотреть приглашение Ордена Душ? Давай посмотрим. Ведьма его не хочет. Кажется, она что-то догадывается. Хорошо, кто еще может нам здесь помочь с этим делом? А, я все нашел. Да, кому? Какой-то долбоёб. А это его проблемы. Купил, блядь, не открываешь сундуки. Слушай, я не могу ему, я говорю, предложить. Смотри, я не могу ничего сделать. Теперь хранитель сверкающего клада. Да слушай, Галеон похож на, в общем, труп Галеона. Хорошо, что нам больше никуда не надо, да? Не, хорошо, что он на мели, по сути. Значит, мы уже просто... Хуя мы прокачались в золотодержце. А можно я кому-то продам этот проклятый сундук? Все сундуки продавай нахуй. Или избавься от них. Я сейчас принесу обратно, посмотри за ним. Ну можешь меня на корабль запустить, пожалуйста? Ты можешь сам выстрелить. Ну я не могу направить себя. Забей, чё, блин. Давай продадим всю хуйню, может, блядь, он въебётся от нас, я не знаю. Так, еще раз. Ты слышишь плохую музыку? Да, я слышу. Да, я слышу. Мы в бою, типа. Мы очень бы... Да, блядь, это проклятая хуйня кому-то нужна? Корабль плывёт, можете выставить? Подожди, пожалуйста. Сундук шлица. Где продать сундук жнеца? Я не один такой. Будюка. Вот не согласен, играл сегодня, решил найти сундук, нашел, прихожу на футболку, завис в интернет, увидел просто высшего дюка. Подхожу к этому дюку с сундуком, ничего не происходит, не справился. Ну, нужно сдавать в приюте смерти и НПС в маске координаты I-12. Ёб твою мать. Так. Что? Ты забрал мне сундук? Сайдакс так паровается, как и я. Ищи дюка. Тут нет дюков, блядь. Можно мы просто его выкинем? Это не наше, забирайте. Слушай, у вас корабль чуть-чуть ниже ватерлинии опустился.
Есть первый момент, наверное. Чем он потонул? Что? Да. А сокровища из него выдадут? Мы, я думаю, соберем их здесь просто. Что у нас там было еще из важного? Там было сокровище на 1002, наверное. Ну, давай соберем их. Запускается корабль, так что остался цунгифлаг. Цунгифлаг развивается. Там остался год продакт, кстати говоря. Он особо и не нужен был. Я не могу его догнать, он все падает и падает вниз корабль. Я думаю, следующий галеон будет с таким же долбоебом внутри. А куда делся галеон? Сундуки выпали наверх. Где? Надо мной прям. Да, надо мной. Хорошо, поплыли. Только русалка не говорите, продайте вещи. Пойдем сначала за светящимся хуйней. Она что, припёт её, да. Ой, погодите, меня, блядь, убил этот галеон. Вы меня арестите, нет? Да, да. Как ты арестите идеи на этот... Дикой, в воздух летишь. Твоя душа исчезла, извини. Есть новые? Окей, у тебя нет новой души. А откуда берутся души? Да я ебушку. У нас проблемка. Отстань. Блядь, сокровища очень трудно доставлять. Мне такой куст сейчас за жопу прилетел. Блять, я ногой ее потрогал, фу, какая гадость. Она мне жопу потрогала вместе с половиной туловища. Переживешь. Да я пережил, сейчас даже продам что-то. После. Нет, эту хуйню, похоже, надо продавать. Где вы там ведьму эту нашли, ебучую? Ну вот, вот, ближе мужик в палатке сидит. Тоже покупает. Где эти? Палатки, говоришь? Да, ты слева палатку на пляжу. Акулу деньги сможет суровать? На что она их будет тратить? Это, я думаю, может. Доктор, у меня что-то в зубу застряло, посмотрите. Это нога, мы сейчас пломбочку сделаем. Я ее так говорю, 4 раза загнул. Ё-моё. Я ее 4 раза загнул. Она умерла. Да, найс. Охуенно. А можно ее тоже продать? Так очень агрессивный продаван. На секундочку. А Вова, ты где? Так, а что с нами с проклятым сундуком? Все? Мы все забрали? Нет, там что-то там 3 ящика осталось. Каждому по ящику. Акулятина. А это что такое? С чем еще этот ящик? С белым сахаром? А это? Ящик потом... с боеприпасами. Так а нахуй нам нужен? Все продавать. Пойдем. Ты что, блюешь? Да. Что ты сделал опять? Фиолетово шлепа и этот, не надо. Вот, плыви к лестнице, до нее ближе. Блять. Всего лишь 4 часа ночи. Кстати, вот что ящик лежит. А, это из-за него у нас развалили корабль, кстати. Я не уверен. О, так их продавать реально можно? Кому ты продал их? Нет, я никому не продал, он лежит. Я продал. Ну, типа, я продал всякие штуки, типа. Вступите в эмиссар торгового союза, чтобы прийти в следующей ступени, выполняя поручение компании, ваша доля в добыче, ваш статус компании возрастет. Можно купить флаг эмиссара, чтобы выступать представителем торговой компании. Нордвест. Или как он там? Короче, они тут разные компании, они все занимаются своих. Короче, у дюка этого, ищите дюка. Слушай, это просто ящик с фруктами, я думаю, там он не нужен. Кому серьезно? Я попробую продать его, подожди еще. Сейчас продавать. Я попробую продать пустой ящик. В общем, его не продать. А, я. Черт. О, слушай, так в него можно положить фрукты, понял? Да, ты что? И продать. Понял? Да. Это как клетки с курицами. Давай куда ящик девать надо, Миш? Куда, никуда его нельзя. Клади на корабль. А, подождите-ка. Вот, нет, где вы? Лучше, вот. А вы погуглили? Он действительно не продается?
Нет, пошли к русалке. Вова, ты на корабле? Не. А? Не. Да или нет? Что это, блядь, значит, ты в рот, урод, блядь, жирный. Да, я на корабле. Глион под тобой, рядом с тобой где-то, да? Скажи, Глион, если да. Если нет, скажи. Ты подо мной, блядь. А? Ты подо мной. Ты, блядь. Жопой сижу, блядь, на твоем лице. Короче, знаете, народ, что? Как найти сундук жнеца? Во-первых, он продает. Подожди, вот он я. Стой. А во-вторых, малая вероятность появления сундука в затопленных кораблях. Там нихуево повезло. А я уже плыл. Ну и соси, тупой. Да еще я развернусь. Не надо сейчас разворачиваться, иди отсюда. Так, окей. Здесь. Тут есть кокос. А нахуя он нужен? Сдавать на приюте смерти дюк уже не работает. Короче, нам нужен дюк, приют смерти. Я без понятия был, кто где спавнится просто. И решил... Мы продавали вещь, чтобы потом пойти к русалке и к тебе приплыть. Чё тупишь? А мне что делать было, чтобы получить тоже профит с продажи вещей? Так ты же вроде на все что ли? Он на пати делится. Там... Жадный хуесос. Я разворачиваюсь. Иди, иди, плавай в море один. Весь галеон твой заворачивается. Хорошо. Где приют смерти? Как какать? Приют. Путешествие за подарками начинается с посещения прохвоста. Тут сундук прихода, так что разворачивайся. Кажется, дорогу и тип награды остается изданувшая посылка, то есть ее в приют смерти. Это сука. Короче, ищите его на карте. Это где-то на карте, походу. Слушай, ну мы уже понаглее, мы можем пойти к черепу, наверное. Мы только вот с кораблем хуёво, а так мы... А вы где вообще? Мы на галеоне, а ты где? Толбоёб. Мне надо к русалу? Сосалу. Ты сосалу. Ты на полной скорости? Хочешь меня убивать? Можешь забрать этот охуевший сундук, народ? Не надо, он не нужен нам, забей. Давайте, подождите, я подплываю чужой корабль, я сейчас им притащу его. Ты дурак? Погоди. А можешь ящиком выстрелить? Это мега оружие. Сейчас попробую схватиться. Нам точно не нужен этот сундук, мы не повезем его, да? На ходу прям, на полном ходу, я тебе клянусь. Все, я не выношу им этот сундук. Кстати, они охуенно паркуются, народ. Смотри, я сундук нашел там. Ты не видел там сундук? Я положу его им в трюм, короче. Я положил его незаметно в трюм и ухожу. Да я не думаю, что это за ним, я думаю, это просто событие такое. Сейчас помашу ему рукой, типа, удачи. Теперь это твоя проблема. Так, все. Он выстрелил в меня? Это пиздюк выстрелил в меня? Все, пиздец, короче. Я ухожу. Вот теперь только он и сундук. Он попытался меня промазал. Ай, ты в пизду. Ты уже не хочешь, а он только начал. Опа. Чем еще раз опасен по парам проклятых? Ну как опасен? Какие подводные? Подводные камни? Ну ты прав. Помоги мне. Ну все, мой час пробил. Я иду к вам. Мы спать идем? Не обновки я прикупил. С окном нихуёво светает. Ебанутый. Чё там происходит? Не смотри. Крюк придает тебе элегантность, а сиреневую уверенность. Пожалуйста, я не хочу.
Это наш капитан, да? Запомните его хорошенько и не пускайте больше на наш корабль. Что это, форпост грабитель? Так мы недалеко сдохли от него. Направо. Направо. Где ты взял те шмотки? На Е надо плыть. Магазин. Не так много, кстати. Так, ну, блядь, так, ну, сделай что-нибудь, а. Чего сделать? Я могу опустить парус. Парус подними, блядь, да, он. И снимите юбку. Разжибить, прям по курсу у нас камень. Рулите куда угодно, нахуй, пожалуйста. Нам пизда, приготовьте доски. Или нет, или пизда. Сейчас как Титаник прошли, сейчас жопу черканем, да? Черканем, блядь, черканем. На, пронесло, просто на тоненького. Дом гараж по. Да. Какой гараж? У нас есть гараж, у корабля есть гараж. Вы бы мне подсказывали, куда. Гавань. Куда плыть, то я бы вообще. Потому что я только по компасу смотрю. Мне кажется, здесь все устали, мы хотим домой. У нас нет дома, мы дома. Чуть. Да, я нашли, ухожу, спасибо всем. Не, подожди, ты хост. Ёбаный ты дурак. Что? Стену покидает экипаж, я в клетке. Тоже? Наконец-то игра выбрала самого главного долбоёба. И она не ошибилась. Вы чё, урод, блядь, как ты пришёл? Ну, я догадываюсь, но ты пока сам подумай над своим поведением. Как там тебе? Сделай гу-гу-гу. Он уже делает каждый день на работе, блядь. Зачем он? Так, а куда он плывёт-то? Давай достанем Мишу, он был полезным. Миша, покричи. Как же там это было? Пожалуйста. Кстати, я не могу голосовать за освобождение тебя из карцера, если что. Миша умер. Подожди. Проголосуй за то, чтобы ты тоже попал в карцер. Подожди, ну-ка, покажи еще раз. Бля, что за хуйня? Подожди, еще раз. Зажигательные снаряды. По-моему, походу, я нихуя в этом не уверен. Походу, не могу взять. А еще мы охуительно идем на курант, она... Ты че, долбоеба? Человек, че долбоеб там приступил. А, нет, переход. Я думал, вы сдохли. А мы что, мы дрейфуем? Что происходит, нахуй? Ёб твою мать, меня задамажило, слышали? Кажется, походу по кругу ездим. И это не очень хорошо. Потому что один в сидит-трюбе, второй его тянет, блять, а один по кругу. Да, да, пёта хуёво. Это прямо путь. Вы еще будете играть? Сейчас мы до магазина дойдем. Вам что, можете вы, блядь, меня вытащить отсюда? Давай, я бы с удовольствием, понимаешь? Просто не хочу. Когда пойду спать? Я... О, спать. Смотри, подожди, команда такая появилась. Все, я могу тебя проголосовать. Это, кстати говоря... Я вышел. Давайте, ночь. Мы въебались. Да? Окей. Запомните, сколько у нас денег? 15 тысяч где-то. Я думаю, оно останется столько же, сколько есть. Ладно, ребят, это было очень весело. Спасибо большое всем. Спасибо. Давайте, спокойной ночи. Добрых.